Всем хрю, с вами Бига Хрю. Кабан, ну ты чё тут? Что ты сделаешь драконом? Отпусти его, кабан, не хватит качаться, ты все обучение пропустил. Пойдем быстрее. Да, кстати, ребята, всем добра, с вами Добрый, и сегодня мы начинаем новый летсплей. Мы попали, ребята, в мир драконов, и сейчас нам предстоит сделать своего первого дракона. Не уходи никуда, еще продолжим. А что? Кабан тут уже одного одраконил, пойдем. Извините. Вот, смотрите, ребята, это доктора, они вывели новый вид драконов, ну точнее много видов, смотрите. Есть такой. Я вот такого хочу. Очень крутой. Такой красивый черный. Но пока тебе доступен вот такой вот этот, который уголь добывает. Смотри, так как ты пропустил обучение по созданию драконов, я тебе все расскажу. Вот подходишь вот к этому мужику. Вот этому? Да, вот к этому. А, вот к этому? Да, он чем-то болеет. И нажимаешь Great Tip. Видишь, из него сердечко вылетает. Он тебя любит теперь, все. Что ты сделал, Добрый? А все. Ладно, дальше что? Теперь подходишь вот к этой девочке. Или что это? Это не девочка, наверное. Неважно. Берешь у нее Dragon Token. Он мне не берется. Ладно, спасибо. Вот у этой берешь кристальчик. Странно, но у меня он тоже не берется. Ладно, на, держи. Кабан, ну тебя, видимо, только вот тот любит, остальные все ненавидят. А вот и Dragon Token дали, все отлично, все шикарно. Все, вот у этого мужичка покупаешь, не у этого, покупаешь яичко. Купил. Вот, драконы где у нас живут? В пещере. Правильно, в сене. Вот, поэтому надо поставить яйцо в сено, вот сюда. Ты его себе на спину поставил. Чё за фигня? Как его снять? Кабан, сними с меня! Добрый! Фонючее яйцо напало на себя! Оно на тебя перелетело. Вот теперь на него нажимаешь вот так вот и ждешь 5 минут, и из него вылупится дракон. Хорошо, нажимаем вот так вот. Ну, вылупляйся. А если вот так вот понажимать? Ураган Канохи, все, сваливаем срочно сюда. Так, смотри, кабанчик, чтоб нам вырастить дракона, быстренько, а не ждать целый час, нам нужно найти 50 семечек. Поэтому пока наши драконы вылупляются, я предлагаю пойти и накопать семечек. А также посмотреть город. А вон там что? А, кстати, вот сюда иди. Тетя вот. Какая-то. Да тетя-то понятно, просто говоришь ей здравствуйте, она тебе дает гнездо и все. А, так под яйцо поставить его что ли надо? Наверное, не знаю. А, все, да, прекрасно. Теперь гнездышку тепло. Ладно, пойдем. Так, вот смотри, иди сюда. Смотри, вот так вот ты можешь носить яичко, ну ты уже это видел, в принципе. И вот это кабанчик наш мир. А че он какой низкокачественный какой-то, ничего не понятно, что это такое вообще. Смотри, тут вулкан, тут деревья, тут снег, тут деревья. Все понятно. Ну да. Пойдем посмотрим город. Так, по пути будем ломать траву. Оп-оп-оп-оп-оп. Оп. А, точно, нам же нужны семечки, точно. Погоди, Добрый, раз это летсплей, какая у нас вообще суть? В чем смысл летсплея нашего? А никто этого и не знает, и не узнает, кабан. Ты все обучение пропустил, а я тебе не скажу, но суть очень интересная. Так как мы в этом летсплее дружим с драконами, то есть дракона нам убивать нельзя. В смысле? Ну вот, все. А как мы пройдем Майнкрафт, не убивая дракона? Ну, подружиться надо с ним, приручить. Приручить дракона ты хуй? О, мясо. Ты оборовал торговца, кабан. Он едой торгует вообще-то. Да ладно, он еще потом кого-нибудь там убьет, продаст. Ну какая разница? Нам надо семечки добыть. У этого можно купить еду. Ага, похлебка. Угу, понял. А вот этого водолаза можно купить динамит. Так, как... Ай, да Добрый. Откуда тут зомби? Это не я. Чего ты меня-то ругаешь? Я что ли его тут поставил? Хорошо, ладно, сам с ним разбирайся. Я посмотрю, что там у водолаза. Да. Да отстань. Отлично. Вот у этого мастера, не знаю чего, металлов, видимо, можно купить всякие приколы. Ну да. Это, походу, этот. А может, у него в сундуке что-нибудь есть? О, а тут кости есть, неплохо. Кости? Кости бери, Добрые, кости надо. Я посмотрю, что там у следующих. У этого шо у нас? Ой, ё-моё, мы опять с ним это в голубую лагуну полетели. Не, нам это не надо. О, кабан, смотри. Это? Добрый, я за это. Кабан, да подожди ты, иди сюда.
Ты посмотри, кто тут стоит. О, погоди, давай его украдем. Да ты не сможешь его украсть, видишь, у него охранник какой страшный. Ну, на самом деле, не страшный, смешной больше. Но, кабан, это будет наш дракон, вот такой вот вырастет. А это наш дракон, ты хочешь сказать, вот такой вот? Будет, да, когда вырастет, но сейчас он будет маленький. Понял. Ладно, рубим дальше, нам надо много семечек. Мы накопали 50 семечек, но я немножко больше даже накопал. А, ты больше? Опа-на! А кто это тут такой маленький сидит тут? Ему меня ждет. Все, закидывай тогда ему семечки. О, смотри, он спит и мечтает о семечках. Он проснулся. Давай, кабань, подраконь своего дракончика. Хорошо, добрый, так и быть. Я сделаю это. Растет прямо уже на глазах. О, господи, кабан, ты куда полетел? Подожди, моего не задави, у меня еще не вырос. Я пойду посмотрю, что там вообще другим надо. Господи, этому надо семечки, этому надо рыбы. 50 рыбы. 50 рыбы? Яблок 50? Кто? 50 обсидий. Да, добренький, твой любимый обсидиан. Добрый, взлетаем! Взлетаем! Ребята, мы на самом деле не знаем, как ухаживать за драконами, поэтому если у вас дома, ну, живет дракон, допустим, да, то напишите в комментариях, как за ним ухаживать. Хорошо, добрый, смотри, где мы будем строить наш дом, а то мы просто беспризорные бомжи. Я думаю, нужно строить где-то на этом острове, потому что он посередине, и нам будет удобнее добираться. Тут прекрасный замок есть, я бы его бы себе забрал. Тут прекрасная площадочка. Есть. Ну, замок, кстати, реально неплохой. Замок прям вообще, ну, 10 из 10 замок. Давай слетаем туда, посмотрим, что там есть. Я уже прилетел, и тут прямо, знаешь, так пустенько прям. Прям, а, во, опа, тут сундуки, все есть. Сундуки есть, угу. Это что, нам даже дом не надо строить, получается? Я нашел тут просто 8 алмазов. Я не знаю, можно ли так или нельзя, но я просто ограбил замок. В принципе, он находится в самой верхушке замка. Возможно, тут больше нет даже и никаких предметов. Мне кажется, сейчас сюда придет армия, и нас просто выгонят отсюда. Поэтому, кабанчик, предлагаю по-быстренькому отсюда слинять. Все, ладно, сваливаем. Хорошо, я с тобой согласен. Давай тогда вон там, вон на том утесе, вообще с края города, как отщепенцы будем жить. Вот вообще вот в этой ямке просто. Тут как раз растет дерево с желудями. Огромные желуди золотые растут, ребят, вы посмотрите, просто желуди. Ты где, добрый? Да я тут, да, обчищаю сундуки, так сказать. Хорошо, я тогда ломаю дерево, и бум, потихонечку начинает строить дом, там деть верстачки, вот это вот все, ну вы знаете, бум, деть красоту. Да. Кстати, я вот еще хотел тебя спросить. Смотри, возможно, и ребятам тоже интересно. Опа, в этот замок мы еще прилетим не раз. Я хочу тебя спросить, где... Эко, что это там такое? Добрый, где брать яйца драконов? Потому что это мы купили, а где другие драконы, мы еще не знаем. Ребятам, наверное, тоже очень интересно, как и мне. Смотри, помнишь те острова, которые были вокруг нашего острова? Ну да, это я прекрасно помню. Вот там, короче, есть данжи, и там в пещерах находятся яйца драконов. Добрый, я тут такую пещеру нашел, это просто пупок острова. Просто огромный пупень, я не знаю, кого еще назвать, просто огромная дырка. Классно. А ты где? Я на нашем центральном острове, с самого края, слева от замка. Добрый, я вот что тебе хочу сказать. А, ну хотя ладно. В принципе, дерева много на острове. Проблем не должно быть. Я что-то не могу тебе вообще найти. Смотри, ты смотришь на замок? Ага, смотрю на замок. Чу налево, я налево лечу. Я в самой крайней точке практически. Я в самой левой верхней точке острова. А, вот он ты, фига ты забрался. Так может лучше вот на эту площадочку? Вот здесь вот как-то получше, поровнее, что ли. О, тут и береза растет. Ну, да, да, давай здесь. О, смотри, как он быстрый. Если по земле ходить, я что-то вообще в шоке. Погоди, это ж дракон, господи. Да, кстати. Как я мог забыть? Кабан, тихо, не подожги остров. Я горю, добрый, я сгораю. Да подожди ты, уходи. Неплохо так горит. Ой, ё-моё, надо сваливать. Мы подожгли остров. О, да. Короче, ладно, давай сейчас здесь все потушим и начнем строить наш домик. У тебя есть верстак? Да, он остался там, но сейчас я еще один сделаю. Смотри, чтобы нам пройти данж, который находится на других островах, нам нужно сделать хотя бы какую-нибудь броню начальную. О, кстати, погоди, там, возможно, ловушки будут какие-нибудь? Там вообще на каждом острове свои жители, поэтому надо будет готовиться к каждой битве. Какая-то странная береза, я такую березу никогда в жизни не видел. Почему у нее нету белой внутренности, она просто цельная береза. Что за фигня? Смотри, у нас так-то 8 алмазов. Я предлагаю взять, не знаю, кирку или меч, или топор. Лучше топор алмазный, да. Им накопать дерево. Делаю алмазный топор. Отлично. Делаем еще пару палочек, пригодятся. И делаем платформу, или делаем сразу из досок. Из чего делаем дом? Из досок? Так, давай из досок, чё?
Хотя у нас драконы как бы живут. Ну да, ситуация страшная. У них будет гараж, каменный гараж. Хорошо, давай попробуем. Ты ходишь прямо из березы? Тут березы просто не особо много. Да нет, тут из первого же дерева и будем и делать чини. Ну ладно, давай. А, ты хочешь опять говнодом построить из всех видов досок, да? Ну, заменим потом. Я сделал себе кирочку и сейчас начинаю копать шахту. Думаю, где-нибудь можно... Опа, кабан! О. А ты похорошел. Я? Ну, да, такой стал красивый. Ну, свинья тут. Ты меня перепутал, добрый, господи, что ты? Не можешь прикнуть, что ли, все еще? Ну да. Кабанчик, как думаешь, в этом мире вообще да возможно что-нибудь добыть? Ну вот земля неплохо добывается. Ну земля-то неплохо, но есть ли тут руда какая-нибудь, типа алмазов или железа? Ладно, сейчас проверим. Опа, не, все хорошо, я нашел уголь. Нашел? Прекрасно, тащи, у нас скоро будет печка. Так, перенесем верстак. Уже хоть какую-то, не знаю, платформу для дома, если это можно так сказать. Как бы, это наш дом. Та-дам! Классно, кабанчик, ты превосходный строитель. У нас небольшой выбор вообще-то ресурсов. Но зато, кабанчик, потом мы сможем построить себе огромный замок или даже отвоевать вон тот вот, или вон тот вот на другом острове. Кстати, ё-моё, я бы вон там бы жил, очень красиво. Вон там он. Согласен, кабанчик, но сейчас мы добываем уголь и делаем дом из говна. Получается, его можешь сделать некрасивым, да? Потому что это наш, возможно, не финальный дом, да? Нет, кабан, надо делать красиво. А, то есть надо делать красиво. Ну, тогда, может, ты будешь строить? Ну, сделай быстро и качественно, вот так вот, как всегда. А это я умею, сейчас делаю. Ребят, ну вход, по-моему, вообще, ну просто шикарен, ну просто прекрасен. Я не знаю, если добрый скажет, что это некрасиво, кабан, срубай, ну я не знаю, что ему сделать. Ну, мне даже интересно стало сейчас. Посмотрю. Так, шахтер вылезает. Вот он, весь в грязи, весь в угле, потный, сырой, идет домой отдыхать. И что он видит? Что он видит? А, вот, вот это. Да, 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 добрый, что ты? Ну как, нормальный вход? Ну да, только вот здесь вот пройти можно, в принципе. Нельзя. Ну как кто-нибудь сможет, какой-нибудь кто-нибудь нежирный. Да никто не сможет. Комары залетят, кабан. Да ладно, ладно, нормальный, нормальный вход, нормальный. Ну все, молодец. Единственная проблема в том, что я не нашел еще ни одного железа, и это меня очень пугает. Ты реально еще железо не нашел? Думаю, ты просто решил меня порадовать, и все. Я уже ископал пол каменной кирки, ни одного железа нет. А ты можешь принести это, уголь и факелы сделать, а то темно уже ночь. А, да, конечно. Вот я уверен, я вот сейчас немножко вот сюда спущусь и найду сразу уголь, и где-нибудь вот здесь вот будет железо обязательно. Не, мне не повезло. Опа, кабан, это что такое? Что? Добрый! А где твой дракон? А, это мой дракон! Че вам надо? Че за грибы вонючие? Просто грибочки. Да получай ты по хребту вонючий гриб! Так и ты тоже! О, кабан! Смотри, с них коины падают! Это коины? За них там что-то покупать. А, за них торт можно покупать, я видел, еду! Иди отсюда, вонючий зомби! Получается, грибы здесь очень полезны, надо их искать. Да, дай уголь. Вау! Как пупковый остров красиво светится, ребята, вы посмотрите! Вау! Так, тут прям какое-то нашествие монстров, кабан, я прям не могу. Тут отсюда еще 4 монстра вылезло. Подождите вы, схватит. Добрый, сражайся с ними, покажи им, кто тут батя. Я хочу найти железо и сражаться уже в броне, а не с голой жопой. Ой, сколько тут грибов-то, кабан, мне нужна помощь. Мне нужна помощь. Да я уже тут, добрый, не бойся, я здесь. Мой алмазный топор, твой топор, пехли. Да все, они легкие. Слушай, я предлагаю съездить на остров какой-нибудь. Может быть, мы там ресурсы наберем какие-нибудь, не будем железные все-таки искать эти слитки, вот эти вот всю руду. Смотри, добывать. Может, мы просто купим железо? А, мы можем купить его так-то, да, ты прав. У нас же есть коины, и там я видел чувака, который продает металл. Пойдем, конечно, слетаем, я не ты знаю. Ты, может, не будешь поджигать тут все? Я ничего не поджигаю. Ага. Я видел. У нас какой-то странный город, постоянно салюты, я не знаю, какой-то праздник, кто-то что-то все отмечает бесконечно. Даже днем там что-то все взрывается, вообще не... А, так, нам вот сюда. Да, ты прав, тут продают железный слиток за 4 монетки, я куплю тогда 2 слитка, у меня больше нету денег. Получается, я купил 8 слитков, и мне хватит только на нагрудник? Серьезно? Ну, хотя бы спасибо на этом, я не знаю. Так, а тут у нас что? О, кафешка какая-то, может, тут можно... железо найти. Все, ребята, я сделал себе нагрудник, и теперь, кабан, предлагаю... Что я предлагаю? Я предлагаю слетать на другой остров, вот на тот, допустим, и посмотреть, что там есть. Ты наконец-то созрел? Угу. Все, я полетел. Че, прямо сейчас, что ли? Погоди, я... секунду, сейчас. Я дом... Ладно, потом построим дом, хорошо. Неплохо так начал. Добрый, это был мой дракон, по-моему, нет? Да какая разница, они одинаковые.
Так, кабанчик, на какой остров полетим? На Пупковый, я уже давно про него говорю. Так, тихо, драконы не любят воду, драконы не любят воду, тихо. Так, о, смотри, кабан, тут драконы какие-то. Я тут прилетел в этот замок, про который мы говорили тогда. Я не знаю, что это такое. Какие-то огромные ящеры. Какие-то ящеры с молотками. Огры какие-то, вон там каменные. Я не знаю, что это такое. Короче, вообще. Пока рано. Погнали лучше в Пупок тогда, реально. Да, пойдем реально лучше в Пупок, потому что тут реально жесткие ребята собрались. Так, вот он наш пупочек сладенький. В него спускаемся. Ага, так, так, да. Это вулкан, и нам надо на... Точно, все, пойдем, добрый. Он сказал, что там плохо. Ай, господи. Ай, меня эти бьют. Защищайся. С них токены падают, отлично. А что драконы отдыхают, когда меня бьют? Добрый, тут что-то их слишком много, я даже не знаю. Залезаем драконы и будем обороняться. Может быть, есть какое-то другое блюдо, добрый, с другой стороны острова. Давай посмотрим, что-то там как-то вообще небезопасно. Да, Катя, а как же пупок? О, добрый, скорей, на самый верх. А что там? Я нашел клетку, и, по-моему, там яйцо. Серьезно? Да. Прям яйцо? Прям яйцо. Но есть проблема. Тут это, ребята серьезные его охраняют. Это яйцо. Как мне надоели уже эти серьезные ребята зеленые. А тут не зеленые, лавовые големы, не хочешь? Ой, так и что ты, что мне туда идти-то тогда? Так яйцо, лавовое, дракона. Давай потом, потому что нам нужно хотя бы броню сделать. Хорошо, я с тобой согласен. И к ним вообще никак не подлететь, я могу дракона еще потерять своего. И тут... Очень классная пещера, мне кажется, я золото нашел. Да где она? Говори, где, с какой стороны? В пупке, где? А, прям в пупок лететь, что было. Ты за пупочка своего маленького не боишься, который у тебя там наружу стоит? Да тихо, что он летит, если что? Блин, я походу зря своего взял. Неудобно на нем летать в пещере. Тут очень много руды, добрый, у меня даже кирки нет. Чего мы сюда зашли? Я думал, сундуки какие-нибудь будут. Да какие сундуки? Я железо сейчас копаю прямо своими руками. А, это конечно. Так, я бросил своего дракона поближе к выходу. Сейчас иду к тебе. И причем очень много железа копаю, кабан. Очень много железа копаешь? Да, прям жилка бесконечная. А что ничего не видно-то вообще? Блин, а ты как туда прошел? Ну, шел куда-то, шел. И пришел. Я могу хоть кирку там, не знаю, сделать. А, да, все, отлично. У меня есть верстак, прекрасно, просто прекрасно. Я не знаю, сделаю алмазную кирку. Да, нормально ты. Я тут все копаю деревянными инструментами. А он сделал себе топор алмазный, кирку деревянную. Ой, не алмазную. Ну да. А что нет? О, железо. А, хотя зачем оно нам? Хотя ладно, пусть будет. Броня у тебя какую? Тоже из 8 алмазов своим будешь делать. А, точно, точно. Броня же еще нужна. Уже 36 железа, ничего себе, классная пещера, мы, ну, конечно, нормально так забрались. Блин, я вот все вот время вот это вот копаю, и мне так хочется это яйцо забрать. Слава острову, вот где мы сейчас вот ползаем. Думаешь, мы сможем? Если не в этой серии, то обязательно в следующей, хотя бы попробовать надо. Ну давай тогда туда прилетим и попробуем. Если получится, то будет у нас огненный дракон. Или лавовый, не знаю, какой там. Если не получится, ну, значит, рассрём своих единственных драконов. Тут, я такой первый раз вижу, я сейчас сломал изумруду, и тут еще два изумруда, такое вообще возможно? Да, да, возможно, кабанчик. Тут какие-то приколы с железом даже, потому что, ну, очень большие жилы, я прям никогда таких не видел. У меня, наоборот, проблемы с железом, я встречаю его по 3, по 4 максимум. Да, я прям штук по 10 сразу. У тебя есть уголь, кстати? Да. О, да, я большую жилку нашел с железом. Я, в принципе, думаю, у меня уже 54 штуки, и нам уже не нужна броня. Потому что мы сейчас ее сделаем. Как только мы сделаем броню, я предлагаю пойти попробовать взять яйцо. Пойдем, только нам надо найти выход. Я думаю, это будет сложнее, чем достать яйцо. Так, кабан, защищай меня. Я пока переплавляю железо тут. И опять напали ящеры эти. Их очень много, ты вообще как их терпишь? Да я не знаю, они вот только пришли, в принципе. Поджигай, добрый господи, у нас же драконы есть. Да блин, он не хочет жечься. А во, все, нормально, пошло. Смотри, кабанчик. Поехал, дамаг. Прекрасно. А, все, что ли, уже? Все, вообще быстро. Ребята, уже прошло куча времени. Почти все основное железо уже переплавилось. В принципе... О, ты все сделал уже. Все, я тоже скрафтил все компоненты. Ну что, не знаю, давай рискнем, поднимемся наверх этого вулкана и попробуем убить этого... А, кого там убить-то? Там никого убивать не надо, яйцо надо просто брать. О, помимо вот этих вот зеленых вонючек, еще какие-то каменные лавовые големы. Я не знаю, что с ними, кто они и зачем они нужны здесь. Ладно, пойдем сражаться. Как это? Ты где? Я побежал.
убить големов. Так, все, кидаю дракона своего и иду помогать тебе. А, ты сделал щит! Ну да, конечно. Добрый, это очень хитро с твоей стороны. С моей это не так хитро. Так, все, отлично. Ребята плавают, в принципе. Господи! А ему наплевать. Все. Так, нет, не все. А что, он бессмертный, что ли? Все, он утонул, отлично. Добрый, надеюсь, ты бессмертный тоже. Так, яичко. Че за яйцо? А, кабан! Ну чуть не упал в лаву. Тихо, бери на спину. А, кабан! Как нам теперь его достать? Я уверен, что это возможно. Погоди, надо затопить водой. Надо срочно затопить водой. Я уверен, погоди, спасение. Начинается операция по спасению яичка. Тут очень много воды, я смотрю вокруг. Да, снизу, вокруг острова есть. Полетели, полетели, быстрее, надо взять яйцо. Ой, какое яйцо. Спасти яйцо! Делаем срочно ведро, да я думаю даже не одно, и идем обратно дракона и к воде. Добрый, я взлетаю, я спасатель, яичный бес. А вот и я, спаситель яиц. Так, делаем так, заливаем значит вот так вот, берем воду, ломаем. Земля не ставится туда. Столько глубоко что ли? Короче, кабанчик, у меня есть идея. Я в городе видел чувака, который продает зелья. Поэтому можно купить зелье огнестойкости и спасти яичко. Ты реально видел его? Да, да, да. Но я думаю, мы это сделаем уже в следующей серии. Поэтому всем, ребята, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем добра. Всем пока. Кстати, ребята, напишите в комментариях, если вам нравится такой летсплей. Потому что, ну, продолжать нам его или нет. Ну, или заканчивать, да, или, ну да. Ну да, все. Всем пока. Данный шоколадный Буров не смог записать начало для ролика, поэтому я сделаю за него. Наши любимые герои Майнкрафта нашли свое яичко. А что было дальше, смотри ролик. Ну и также не забывай про подписочку на канал, ну и лайкосик тоже нажимай. Все, я тебя не отвлекаю, дружище. Так, давай, поднимайся, ну. Так, кабанчик, я тут еще поищу что-нибудь, может вдруг тут что-нибудь интересное есть. Вот оно, я нашел его! Какое оно прикольное, с какими-то грибами. В смысле, ты еще поищешь? Ну да. Ты думаешь, там что-то еще будет? Серьезно? Опа, тут еще яйцо. Ты реально нашел в таком глубоком жерле? Да там, короче, собрались големы, и они просто защищали его. Только главное мне сейчас успеть подняться. Поднимайся, добрый. Время, я не знаю, сколько осталось, но уже, наверное, очень мало. Так, надеюсь, оно не упало. Оно не упало, кабан. Не-не-не, отлично. У тебя большая прыщавая спина. Все, побежали за мной. Нужно выбираться отсюда. Да, добрый, потом отдохнем. Погнали. Главное, не нажимай shift, а то оно опять упадет. Да, согласен. Так, аккуратней. Безопасно подняться. Улетаем. Улетаем. У меня дракон полетел куда-то сам. Ты куда? С новым яйцом летим. Добрый, твой дракон понял, что и он уже никчемен. И улетел сам. Что, мне нового выращивать, что ли, сейчас? Твой дракон прям, короче, он на небесах уже сидит. Ладно, короче, лети, я разберусь с ним сейчас. Добрый, давай, посвисти там. Я пошел высиживать нового. У-ху. Все, ребята, я прилетел. Все, ты не обижайся, ты будешь у меня на стоянке. Так, тихо, дракончик, пожалуйста, сядь и не улетай больше. Надеюсь, этот дракон здесь ничего не сожгет. Пододвинем его немножечко вот так вот. И поставим ему гнездышко. Кабанчик, смотри, у дракончика есть всякие приколы. Где? Ну вот зайди в него. В дракона прям? Да, проходи прямо в него. Братан, ты меня, конечно, извини, но... Да не, не в том смысле, просто сядь на него и нажми на него правой кнопкой мышки. А, так, все. Понял. И что это такое? Там есть свисточек, там есть рог. Так, и чего это? Ну и ты можешь взять из него или что-то в него положить. А-а-а, на, короче, держи вот ведро с водой, уголь, кнопка, там красный хрюк, нить и глаз. Все. И смотри, мне кажется, тут можно его призывать как-то. Ты гонишь? Реально? Я у дома. Какого дома? Мы идем яйцо высиживать. А-а-а, так давай тут его высиживать. Я его в гнезде уже высиживаю здесь. Вау! Вау, как красиво, добрый! Сейчас ты тоже в шоке, да? Да, я вот смотрю сейчас. Очень красиво, на самом деле, он светится, особенно ночью. Очень красиво. Добрый, тут все доктора вообще просто в шоке. Подожди, кабанчик, главное посмотри сейчас, что ему нужно, чтобы вырасти. А, точно, господи, так. А у нас какой? Ну, наверное, какой-нибудь лавовый или огненный, я не знаю. Ну, я думаю, что...
Магнус? Папа, да, скорее всего, это Магнус, потому что ему нужно 50 магмовых блоков. А мы тоже тут с докторами вообще в шоке. Ладно, погнали на старого дракона и полетели давать магмовые блоки. Иначе нам просто полная, полная нам. Полетели, ребята, магмовый остров добрый, все. А ты что думал? А что с яйцом-то делать? Так, высиживай его. Что, просто так оставить, что ли? Так, 5 минут ждешь, яйцо появляется. Мое-то яйцо в безопасном месте, а твое-то, рядом зомби. Ладно. Ладно, придется его застроить. Застрой его немножко, я пошел магму добывать. Ее должно быть здесь нормально. Я помню, я обжигал свои пяточки нежные, поэтому вроде вот тут нормально. А вот эти самые жирные, толстые баганы, про которых я говорил. Так, а ну иди отсюда. Отлично, алмазы топор неплохо так разбирается с ними. Добываем магму. Так, все, я тоже лечу. Дракон, давай, поехали, жги всех, жги, ты лава, ты огонь, ты самый сильный. Добрый, если увидишь большие клубы дыма. Да я уже вижу, я уже прилетел. Я дерусь тут со всеми, помогите. Давай, дракончик, давай, давай. Куда ты полетел? Надо жечь, драться. Эти вонючие ящерицы, не мешайте нашему летсплею своим существованием. Блин, они очень сильные, кабан, их походу вообще не берет. Реально походу не берет, ладно. Их берет обычно мой топор алмазный. Сейчас я им покажу, что такое топор алмазный. Иди сюда, я тебе сейчас по хребтине дам. Не понял. На, изи. Так, я тоже тут с одним разберусь. Отлично, кабанчик, я замочил одного. Я захотел покушать, у тебя есть покушать? Да, кабанчик, у меня есть покушать. Да ладно, а что у тебя там есть? Хлеб. Хлеб, нормально тоже так-то. Сейчас мы тут его, подожжем, гренки поедим. Обязательно, если ящерицы не сожрут, только его быстрее. И меня вместе в прикуску. Чё, помочь, что ли? Всё, я иду, добрый, я бегу, я уже надвигаюсь. Мой топор, они боятся его. Господи, а что тут на тебя напало? Получайте по хребту! Ой, ё-моё, откуда? Вас только что тут столько не было. Ужас какой-то. Так, короче, все, надо быстрее добывать. Сколько у тебя уже? Дай покушать, я умираю. На, не умирай. У меня вот, я только прилетел, у меня одна штука только. Вот вторая. Так, кабанчик, тем временем уже 8 штучек. Нормально идет, кстати. Даже лучше, чем семечки. Прекрасно, просто лучший результат, добрый. Я думаю, мой дракончик там уже вылупился, но ничего страшного, подождет папку. Папка работает. Так, тем временем 42 штучки, надо 50, я уже скоро закончу. Да, я тут неплохую жилу нашел, такую сладенькую магмовую. Так что у меня все пучком. У тебя сколько там? У меня 32 пока. Тоже неплохо идешь. Да, довольно-таки нормально. Так, у меня началась война, но не страшно, у меня же есть алмазный топор. Кстати, ребята, пользуясь случаем, хотелось бы вам сообщить, если вы еще не знаете, то у нашего добренького вышел свой канал, где он снимает ролики уже от своего лица. Многие просили об этом, и вот свершилось. Да, ребята, у меня появился канал, и на нем будут выходить такие же ролики, как и у кабана. А нет, будут выходить другие ролики. Поэтому подписывайтесь, и смотрите. Там все так же буду я, ничего не теряется, просто другая тема, другой взгляд. Вы очень много об этом просили, поэтому мы решили сделать. Угадайте, как называется этот канал? Напишите в комментариях. Все, я уже все добыл, в принципе, я полетел. Если тебе не хватит 5 штук, могу добавить. А так я полетел. Хорошо, я, в принципе, уж тоже заканчиваю. Как же мне не терпится поскорее прилететь. Ускоряйся, кабаниха, давай, сделай это. А там 50 надо, да, надо этих штучек? Да, 50. Если твой вылупился уже, то даже меньше, потому что уже какое-то время прошло. Хорошо, все, я тогда лечу тоже. Все, я прилетел. Скорее, давай. Вот он, господи, я аж испугался, я пришел, тут гнездо пустое, я думал, кто-то сожрал моего дракона. Так, дядя, давай, кушай. Не понял, он хочет ведро с лавой? Команды перепутал? Нету такого, кто хочет лаву, все правильно, магму, ё-моё. Он какой-то толстый, он прямо жирный, он прям жирнючий. Тут худой какой-то, этот жирный, прям жирный такой, прям толстый, жирный. Я вырасти, капец, он жирный, он просто толстый, он просто кабан. Господи, нифига себе верзила. Добрый, ты где? Да я у дома. Если дракону бить по голове, то, в принципе, он летит намного быстрее. Так, все, спускаемся. Так. Опа. Ты посмотри назад, добрый, ты посмотри, какой дядя. Вообще кайфовый, просто пушка-пышка. Подожди-ка. Какой красивый огонь, ё-моё. Ну-ка, сейчас сяду на своего. Ой.
Ну он даже побыстрее летает. По голове ему бей, он прям вообще нормально так летит. Блин, такой красивый дракон, черт. Вообще прекрасный дракон. Не, ребят, если кому-то нравится вот этот вот грустный, вы можете написать, что он тоже хороший там. Ну вот этот вообще кайфовый, это просто шок. Ты мой уголек. Это уголек. Огонь, кстати, реально очень красивый. Так, ну что, кабанчик, поздравляю. Ой, он очень милый. Так, но и не будем забывать про этого. Я кое-что понял, погоди. А что если... А дракон вообще может какие-то способности давать? Он может, допустим, что-нибудь кроме как это... Ну, жопу себе по себе поджигать там. Может стрелять, например, подальше огнем. Слушай, без понятия. Тут у него всякие приколы есть, я тебе говорю, в инвентаре. Есть какие-то косточки непонятные. Ну, типа мясо он, походу, кушает. Или что это? Может быть, я вообще без понятия. Я тебе знаешь, куда предлагаю сходить? Ай. Я там остров неплохой такой видел. Пойдем за мной, полетели. Ар. А что за остров? А вот сейчас вот увидишь. Я думаю, конечно, лучше нам дом достроить, но, в принципе, можно и на остров слетать. Так, а что за остров-то? Ты где? Остров? А, вот, вот за вот этой вот башней. За какой вот этой вот? Ну, такая вот башня. Теперь меня потерял. Так я тебя не видел давно уже. Показываю доброму, как лететь быстрее. Просто бей по хребтине ему, и он летит прям неплохо так. Чё, догоняешь там, нет? Да, да. Все, я прилетел. Стоп, 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 стоп. Вау. Тут это яйцо, добрый, да ты просто гений. Да, яйцо. Вау. Ты посмотри, ты видишь? Вау. Вау. Что там? Вау. Я, кстати, ну, я не стал тебе говорить, но такое же яйцо было в лаве там еще. Вау. Что, будем его выращивать? Забери себе его на хребтину и полетели на тот остров, про который я говорил. Ладно, давай, может, здесь оставим? Пусть пока тут этот греется. Или нет? Ладно, заберу. Да, забери его. Возможно, это будет твой дракон, потому что, я говорю, полетели за мной. В принципе, ты уже можешь заметить, добрый, куда мы летим. А куда ты летишь? Ты что, ты опять меня не заметил, что ли? Ну, ты прикалываешься. То есть ты не видишь огромную летающую красную, красно-черную Годзиллу? Ну, короче, ты летишь на этот, зеленый, да, как я понимаю? На терракоту я лечу, добрый, на терракоту. Чё, сразу не сказал? Я хотел в тайне сохранить это. Лети на терракоту, в принципе, ты поймешь, куда там... Да-да-да, нам на неё. На пирамидку. Все, добрый, спускаемся. Опа, что это такое, кактус? Главное, не нажимай shift. А может, я просто его здесь положу? Пусть дракон его охраняет. Положи его у дракона, да, прямо на самой верхушке. Да, да, да. Да, все, главное его не избить. Пойдем. Нет! Ой, нормально. По кайфу, добрый, здесь покушать? А, свинина только. Добрый, это подстава, добрый. Я тут отрубаю конечности, конечности отрубаю мумии. Вау, смотри, как красиво. Да сзади они опять пробежали, кабан. Нам придется с ними посражаться все-таки. Они надоели мне. Короче, дай свинину, я ее съем, это вырежется. Нет. Ну ладно. Я не дам тебе свинину. Ладно, не давай. Я дам тебе хлебушка лучше. Я тебя проверял, сможешь ли ты дать мне свинину или нет. Все, давай. Так, вот, держи хлебушек немножко. О, спасибо. Я тебя просто проверял, друг ты или враг. Ты же знаешь, что мне свинину нельзя. Как красиво, ты посмотри. Бегу, бегу. Блин, меня зомби тяпнул, я голодаю. Да меня тоже, я тоже, да. Надо фонарики будет с собой забрать, кстати, они красивые. Мы в гробнице. Это значит, будь начеку, тут полно ловушек и скоробеев. Он еще летает, наверное. Отрубай, отрубай ноги, голову, голова. Голова самая сложная, она кусается за пятки. Отлично, все, убили. О, хорошо. Так, да господи, сколько? Да подожди, тут вообще смерть. Добрый, ты хорошо придумал, сделав щит. Я знаю. Я кабанешной натурой принимаю атаки. Так, все, ай, вонючий скоробей. Он меня укусил, я летаю. А, все, отлично, шикарно. Что это такое? Что это такое? Ты посмотри! Это какие-то инопланетяне! Добрый, я предлагаю просто бежать дальше! Да дальше бежим, господи, что тут делать вообще? Ладно, побежали! Да ага, побежали! Ё-моё, ё-моё! Тут спавнер где-то, надо сломать! Всё, добрый, жопа! Огромная жопа, добрый. Чё? Жирную жопу видел, когда последний раз? Да, постоянно тебя вижу. Вот, тут лабиринт.
просто лабиринт. Да, но у нас есть кирка, в принципе, это не проблема, поехали. А, так, он тут заканчивается, так, ладно, ладно, хорошо, без кирки. На мужчину без кирки проходим. Добрый, по нику, добрый, по нику. Так, идем на мужчину, тест на мужчину, идем. Я вышел! Ой! Да, вообще легко. Так, дальше. Уверен, тут нас просто встретили, хотят убить. Может, ты не особо пришел? 100% выход. Так, тут могилы какие-то или тучи мыши. Это точно выход? Кабан, да тут можно с другого было выйти, выхода видеть. Ну, ладно. Я тут еще выход. Ага, а тут что? Опа. Ну, это типа, это... Может, там есть что? Там должен быть труп так-то, но там... Ничего нету, ладно, пойдем. Добрый, обороняемся быстрее! Да обороняюсь я! Чё за фигня? У меня сейчас кинет обратно в лаву, чёрт, я только собрался! Тут какой-то приз, да будет вообще? Ненавижу Египет, ненавижу Египет. Опа, сундук! Посмотри в сундук! В сундук посмотри. Подожди, сейчас... Господи, что там в сундук? Это вообще жесть. Там жестко, там реально жестко. Да-да, там, ну, там много как бы, очень много. Окей, я просто не успел нормально... О, яйцо! Яйцо, кабанчик! О, яйцо! Реально яйцо! Это яйцо? Не зря пошли. Это реально яйцо! Всё, я беру на себя яйцо. Давай, и побежали отсюда как-нибудь. Вот есть какой-нибудь быстрый выход или как? О, все, взял! Опа, смотри, кабан! Смотри, видишь дырочки, дырочки, с дырочку смотри в среднюю. А, вижу, так ты яйцо уронил. Там пещера, я видел, там алмаз даже видел. Смотри, кабан, смотри, сколько тут ресурсов. Вау, ё-моё, какой красивый фонарь. Так, подожди, у тебя есть дерево? Дерево чуть-чуть, может быть, а так навряд. Хотя бы 4, ну хотя бы 6 штучек желательно. 6 штучек дерева? Нету. Блин. А чё такое? Да мне надо верстак сделать, у меня кирки нет железной. Смотри, это что тут за чудеса? Где? Да вот это вот, ты видишь это, что это? Как это вообще возможно? Так, ладно, я алмазы добывать. Давай, добывай, короче, все, потому что у меня есть железные кирки и дерево тоже. Я сейчас тут поплаваю, кабан, да тут... Тут работать и работать тебе. Я тебе прям вообще говорю серьезно. Тут вообще, тут прям... Тут копать и копать. Вообще под забивочку. Я вижу, вижу. Вау. Я тогда буду железо собирать. Повезло, ты заметил. Так-то это, можно было и убежать назад. Угу. Так, тут вроде... Ага, железо. Так, да, окей, копай железо. Ё-моё, фига алмазов. Вообще. Так, а вот и выход. И, кстати, выход... Прямо нормально, всплыть можно. Всплыть может? Не утонем? А чё это там такое? На меня дельфин напал. Я иду, погодите, мы сейчас все соберем. Что ты, это дельфин добрый. Он меня бьет. Ну, клювиком трется об тебя. А вот ты видел, что там вообще? Где? Ну ты просто посмотри, там какие-то фонари везде по океану. Вот тут просто постой, попрыгай. А, ё-моё, реально. Где яйцо, добрый? Где яйцо? Ты яйцо просрал? Да нет, как бы не должен был. Песчаное яйцо в воде просрал? Вот оно. Фух. О, господи, господи, напугали меня, напугали. Повезло, повезло. Так, ладно, идем. Вот этот летсплей мне пока больше всех нравится. Если вам этот летсплей тоже нравится, то обязательно напишите об этом в комментариях, чтобы, ну, мы знали, продолжать там или какие-нибудь другие рубрики снимать более интересные. Вроде все, что, ну, более-менее ценное собрал. Хотя вот еще лазурит можно. Всплываем. О, господи, там. Ты видишь, что там? Вот просто поднимись на этот блок, попрыгай, посмотри. Я видел. Вот теперь не вижу. А так я видел, да. Я вижу, что там светится дно. Так это просто магма, добрый, господи. Просто светящиеся огурцы. Так, все, я всплываю. У меня на спине ценнейший артефакт. Песчаное яйцо. Отстаньте. Отстаньте от меня. Отстаньте. Отстаньте, я сказал. Отстань, ты вонючий. Кабанчик, давай. У меня яйцо упало. А это крабик, кабан, смотри, тут крабик. Крабик? Давай, убей его, суп сделаем, или палочки крабовые. Я его видел, когда всплывал, да, я успел понаблюдать за его фановостью. Я хочу крабика, всегда хотел себе крабика. Домашний крабик, возьми его на поводочек и сядь на дракона и неси. Добрый, мы сейчас стоим перед выбором. Какой дракон лучше? Те, которые сейчас у нас, или те, которые мы сейчас нашли? Давай посмотрим, просто прилетим домой и вырастим их. Давай. Этого дракона я буду выращивать уже около нашего дома.
и он вроде бы вон в той стороне. Все, прилетели, наконец-то. Закину, пожалуй, в твою берлогу, пусть растет здесь. Ну, розовым прям таким. Девчачий какой-то у меня дракон, походу. Вау. Какой-то оранжевый прям. Огненный такой прям, очень красивый. У тебя небесная стихия, у тебя нашли его на небесном острове, у меня в песках. Но они должны быть тематически примерно, да, под тематику подходить. Ну, я надеюсь. Я... Чего? Курица била дракона? Мне показалось, Так, пойдем полетим, посмотрим, что нужно драконам для их выращивания. Ой, очень интересно. В принципе, если с огненным я, например, понимал, что там будет, то вот песчаным и небесным там интересно прямо. Ща узнаем. Кстати, кабан, с праздником. Фейерверк в честь твою. В мою честь? Спасибо. А может, в честь того, что у тебя канал открылся? Ну, вообще, да, тоже можно. Осталось угадать. Какой дракон мой, какой твой? Так, ну твой понятно, твой вот этот вот, вот этот. И я что-то даже не знаю, что для него нужно. Это пыль, да, от ифритов? Да, а мой это получается вот это вот? А нет, это не мой. Вот мой мумия, это мой? Да, наверное. Мумия, да, вот где? Это что такое? А я не знаю. А я тоже как бы офигеваю с того, сколько мне надо этот. Это гнилая плоть, что ли? Да нет, наверное. По-моему, это гнилая плоть просто. Да, это гнилая плоть. Ну ладно, ребята, а на этой ноте ролик подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. На канал Доброго. Все ссылки будут в описании и в закрепленном комментарии. Всем пока. Всем добра. И большого кабана. Всем хрю, с вами Бига Хрю. Всем добра, с вами Добрый. И сегодня, ребята, мы продолжаем выживание в мире драконов. И вот такое вот чудище мы вчера сделали. Ой, не вчера, а в прошлой серии. Вот, ребята, вы посмотрите просто, какой он здоровый. Он реально просто огромный. Так, вот это вот мой дракончик, а вот это вот дракончик кабанчика. А вот этот чей, я, кстати, уже не помню. Это старый чей-то дракон. По-моему, это мой, да, это мой. И, кстати, ребята, в прошлой серии мы нашли еще два яйца. Если вы не смотрели первую серию, то обязательно посмотрите, потому что вы просто ничего не поймете. Мы в конце той серии увидели, что нам нужно для наших драконов. И мы были просто в шоке. Для моего дракончика нужен огненный порошок, который убивает только в аду, видимо. А для дракончика-кабана нужна гнилая плоть. Да, я, правда, еще не знаю, где мой. Либо вот эта мумия, либо зомби. Повезло, что для обоих вроде надо гнилую плоть. Я думаю, у тебя мумия, потому что мы нашли ее в египетской пирамиде, как бы логично. Ну да, но там были зомби. Ну ладно, хорошо, пойдем. Пойдем слетаем. Возможно, они уже выросли. И мы сейчас точно узнаем, что это за дракон. Погнали! Ю-ху! Обожаю дракончиков. Если им бить по спине топором, они летают быстро. В принципе. Ты это говорил уже 10 раз. Добрый! Мой вылупился, и ты был прав. У меня мумия, а твой... Твой тоже вылупился. А чё у меня? Наконец-то у нас будут разные драконы. У тебя тот, который у тебя, а у меня тот, который у меня. У меня очень красивый, просто я в шоке. Ну, кстати, да, красивенький, голубоглазый такой. Но у меня, в принципе, тоже такой, подожди, огненный какой-то. Так у меня 15 алмазов. Надо... Где сундук? Ай, блин, ребят, у нас дом, помойка, нам надо еще же дом сделать, черт. У тебя 15 алмазов? Да, мы же в пещере были, помнишь, такой классный, большой, глубокий, там было море ресурсов. Тогда я сейчас предлагаю в ад отправиться, может? Добрый, да. Возможно. Тогда мы сейчас сделаем алмазную кирку. О, кстати, можно я возьму этот броню, потому что у меня уже почти сломалась моя? Да, да конечно, конечно, бери, что ты спрашиваешь вообще. Так, поставим вот здесь вот наши красивые фонарики, которые мы добыли в той серии. Они очень красиво светятся ночью. И что бы еще можно дома оставить? Лазурит, окей, так. У тебя есть, кстати, гнилая плоть есть у тебя? Должна быть, наверное? Да, кстати, у меня есть 8 штучек. Добрый, это шикарно. Так, давай я тебе скину как раз ее. И нам нужно сделать сундук хотя бы, или печки. У нас вообще ничего в доме нету. Сундук есть, печка сейчас тоже будет. Кстати, у меня 34 монетки. Я пойду посмотрю, что я могу за них вообще купить. Вроде есть там что-то реально даже полезное. Что-то там, да, там было. Там, во-первых, броня, во-вторых, там зелья разные. Ай, блин, меня твой дракон ударил. А, да, случайно. Ну, большой такой, Магнус его зовут. И я что хотел сказать? А что я хотел сказать?
Не знаю. А, у Доброго есть свой канал, кстати, да. Сейчас там начался очень классный новый летсплей. Ну, я там тоже принимаю участие, но только уже не в роли камеры. Снимает Добрый. Поэтому, если вы еще не подписаны, то обязательно подпишитесь и посмотрите. Будет очень интересно. Да, ролики там стараемся выпускать на каждом канале каждый день. Так что, ребята, ставьте колокольчик и не пропускайте ни один. Да. Также, ребята, ну, хочу сказать то, что у нас стримы наконец-таки начали нормально вроде выходить. По вторникам, по четвергам и по воскресеньям. Так что, приходите. Мы оповещаем в Дискорде всех и также в сообществе. Блин, тут уже нельзя у них ничего купить нормального. Да, добренький прав. А, так, что же, блин. А, мы в ад пойдем без драконов? Да, наверное, без. Ну, тогда да, тогда придется поменьше построить портал, потому что если идти с драконами, то придется строить большой портал. Я думаю, у нас не получится. Погоди, что это за дом такой вообще? А, это обычный дом. Мы даже по домам, кстати, не бегали. Что хоть вообще в домах продается? А, да ничего там вроде не продается, там просто жители живут. О, жареная говядина. Неплохо. А это чувствует такой большой дом. Я тут ни разу не был. Чё там? Чё? Чё случилось-то, кабанчик? Ну не томи. Тут миллион декоративных вещей для дома. Под что, в смысле? Вообще миллион, господи. Типа мебели, что ли? Да, мебели. Подожди, она за коины продается? За токены. А, ну понятно. Подожди, какие токены? Furniture токен. А, у меня 10 штук, кстати, есть. Да? Беги сюда, быстрей! Прямо сюда! Прямо сейчас! Лети! На драконы полетел! Мы сейчас кофты купим. Какие кофты? Я не знаю. Так, а ты где вообще? Я же не знаю, где этот магазин-то. Такой большой дом. Ну, тут все дома достаточно большие. Что это такое? Пианино есть. А, это гриль, это не пианино. Это что? Это часы. Отлично. Это вообще кайфули. Лежак, холодильник. Добрый, мы такой дом сможем забабахать. У-у-у. Да нам бы хотя бы наш достроить немножко. Хотя бы крышу построить. Согласен. Оп, стоп, ничего, это что, токен, что ли? Вау, а это что такое? Добрый, я токен спер. Подожди, ты что? Ты где, ты где? Тут можно покупать и строить скелеты свои, дракончиков. Ты где? Опа, а это что такое? А, вон вижу ник, бегу. Сейчас посмотрим, что он там орет. А что это так? Да бегу, все, бегу. Опа-попа-попач-попач-попа. Смотри, вот, во-первых, скелеты драконов. Во-вторых, смотри, броня какая-то классная, походу, красивая. Что за рыба вообще? О, нифига себе броня-то. А ее забрать-то можно, нет? Так нет, ее купить, наверное, надо. Да не, я думаю, можно даже забрать. А это что такое? Это лук, сабли какие-то, смотри. Господи, помилуй. Мечи, смотри, здоровый какой. Это, походу, предки наши добрые, которые драконов убивали или там добывали что-нибудь драконов. Какие-то ракушки непонятные, цветочки красивенькие. Че, музей, что ли, какой-то, господи? Ну, подожди, у меня как раз-таки сломалась броня. Ну-ка, смогу я что-нибудь купить интересное? И за что вообще оно тут продается? Вот, допустим, я хочу вот этот с рогами. Добрый, вот так ломаешь и забираешь, я прикрою тебя. Давай быстрее. Добрый, они на нас почти не смотрят. Так не получится. И он прям на меня смотрит и не получается. Отдай. Господи, что мы надели? Сваливаем. Пойдем, я знаю, где можно купить вещи этим. Я тебе сразу не стал говорить. Так, ну давай посмотрим. Ну, чтобы ты не потерял хватку. Вот здесь вот можно их купить. Вау. Какие вещи? Ну, броню, лук, который ты видел, вот это все. А, да, их можно здесь все купить? Ну, да. Там броня, лук и еще что-то есть. Купи, я пока посплю. Ага, не время спать, пора пресс качать. Ребята, вместе с кабаном все быстренько качаем пресс. И напишите в комментарии, сколько раз вы сделали. Так, а у меня появилась броня, но я не знаю, куда ее поставить. Поставим ее дома, добрый. Походу, это просто декоративная броня, которая может стоять дома. Поздравляю тебя, добрый. Зачем я ее купил? Да, это реально просто броня, которая будет стоять. А, подожди, она живая. Как это? Ее можно ударить. Давай убьем ее. Все. Отлично, лучшее вложение денег. А, так, что мы купим в наш дом, кстати? Не знаю, я купил себе кофту. А мне что-то дали просто так, кстати. Блин, она тоже не одевается. Черт, не могу на нее надеть. Бред. А, это чтобы просто в шкаф ее вешать. Все? Это чтобы ее вешать в шкаф? Что? Не время заниматься хренью, пора добывать гнилую плоть. Надеюсь, это звучало эпично. Блин, а где мой дракон? Мой должен быть этого дома, но я уже не помню, как туда зайти. А мы как с тобой в ад-то пойдем? Как? Настя, рамки не отадывай. Так, сейчас сделаем. Ну, алмазы у нас есть. Нам сделать ведро, прилететь на вулканический остров, там разлить воду и все. Скопать обсидиан. Так у меня есть уже алмазная кирка, чёрт мой, господи. Ну, я тоже хочу сделать.
Топорчик я сделал себе и сейчас кирочку сделаю. Я не знаю, что такое, что я взял, я без понятия, что это, но просто закинем. А, это, скорее всего, это предметы, которые вещи передвигают местами. Ну да, скорее всего, и удаляют. Закинем все сюда лучше, да. Не будем это все трогать. Кстати, нормально у нас так с золотом. Закину еще шлем железный. Мы еще цепи набрали. В принципе, можем немножко дома украсить. Нормально украсил, не? Помойка полная, потом переделаем. Господи, что я надел? Давай тогда просто сейчас немножко достроим. Давай, да. Третья часть драконов и, блин, мы все еще без дома, как бомжи. Давай все сделаем, да. Хотя бы вот так вот, просто закроемся от монстров и все. Давай так и сделаем. А, ничего страшного, у меня тоже его нету. Но зато у меня есть 8 гнилой вонючки, и я сейчас отдам ее дракону. Мой, кстати, уже нормально так покрепчал. У тебя вообще какой-то кабан маленький. Да, потому что у меня пыли-то нету, очень гадильват. Как тогда сделаем? Полетели на остров, у меня есть ведро с водой? Да, все, в принципе, нормально, вот так хотя бы стены появились сейчас. Да, к 10 серии доделаем, господи, кому вообще этот дом нужен? Вообще никому не интересно, что там за дом и все, что с ним связано. Да, драконы это самое главное. Все, вот я так оставляю и пойдем. Мы же играем в мир драконов, а не в мир домов, правильно? Правильно. Так, сейчас только еще сделаю себе кирочку. Сделай это, добрый, убей их. Все, я прилетел на остров, сейчас мы будем парковать мою малышку. Ну, получилось неплохо. О, чего? Яйца не перерождаются! Яйцо! Тут яйцо еще раз появилось, Магнуса! Серьезно? Тогда мы сейчас можем, получается, еще одного заспавнить этого? Мумию и небесного? Да, только зачем? Ну, чтобы у каждого был дракончик. Я не хочу небесную, я хочу мумию свою. Ну ладно, у меня будет два. Ладно. Так, я опять туда в данж в этот не пойду. А, мы знаем же обход, точно. Так что нам не придется. Все, заливаем всю эту вонючку водой. Беги, добрый, я сейчас тут немножечко как-то пытаюсь подготовить все, чтобы это можно было спокойно вскопать, но, блин, конечно, геморрой тот еще сейчас будет. Все, начинаем очень долго копать. Копай, да, вот этот бортик, его, в принципе, можно поднять. Ладно, ребят, подключимся, когда все вскопаем. И последний кусочек добываем, у меня 6 у добренького 5. И мы можем строить портал. Пойдем тогда у нашего дома построим. Чтоб сюда не летать. Да, и надеюсь, оттуда никто не придет к нам в гости. Так, я прилетел, ты там где? Я забыл по голове дракона бить. Кстати, можно бить дракона по голове, и он будет лететь быстрее. Да ладно, реально, серьезно? Да, все, выстраиваем. Хорюп, хорюп, хорюп. Черт. Дерево есть? Мы немножко обозрались, так, подожди. Все прекрасно, зажигай. Я тот еще кремень, в сундуке навряд ли добрый, мы туда вообще ничего не складывали. Все, сперва же выпало, прекрасно. Отлично, сейчас отправимся в ад. Интересно, какой там ад, кстати, там будут адовые драконы? Добрый, не пугай меня, пожалуйста. Нормально так верстак выглядывает. Я вообще-то не такой помойный дом хотел сделать, господи. Ну, кабан, как обычно. Хорю! Тихо, кабан! Погнали! Так, главное выйти. Там видно что-нибудь вообще? Можно выйти-то? Можно? Я не знаю. Да, можно. Смотрите, ребята! Опять, да кабан, ну что это? Опять эти дурачки вот эти вот. Которые? У тебя тоже руки почему-то, как у меня на стриме теперь. Приятно, но это чтоб деп делать. Хрю. Ладно, неважно. Поехали. Ага, а куда поехали-то? Нам плохо тут сейчас будет с ними. Давай на всякий случай будем копать еще кварц, потому что вроде там какой-то дракон кварц хочет. И также светящуюся пыль, потому что я видел дракона 100% то, что хотят светящуюся пыль. Почему меня начали бить пиглины сразу? Я же вас не трогаю. А, ну они вроде агрессивные. Хрюглины, отстаньте от моего друга, вы хряки. Добрый, я бегу. Да, они злые, они противники. Отлично, хорошо справился. Маленького надо тоже убить, чтоб не вырос большим и не дал нам по жопе. Так, тогда кварц добываем. Блин, крепости вообще не видно. Ой, добрый, помогай! Что там, ты где? Мне напал дядя, очень-очень злой дядя, прям огромный толстый. Все, я убил. А я не знаю, где ты, на меня тоже напал дядя, очень большой толстый. Я неплохо с ним справился, так что верю в тебя. Спасибо. Он камешек взял, просто сейчас меня кинет вместе с этим камешком. Да у меня 2 хп это вообще. У тебя щит есть, у меня не было. Ладно, короче, ребят, мы сейчас отправляемся на поиски крепости, чтобы вам долго не смотреть, как мы бегаем просто так. То мы подключимся потом. Так, ребята, мы нашли крепость. Да я уже сдох в ней, господи. Так, ты что, реально сдох? Да, жди, сейчас прибегу. Поехали, добрый, куда там бежать, где? Ты видел уже эфритов? Эфрита одного видел, но мне сейчас надо разобраться с лучником. О, я тебя нашел. Так, убил, хорошо, прекрасно. А, там тупик, прекрасно. Опа, одного вижу, он там вот, правда. Может, в другую сторону пойдем, а? Да не, вот, эфритик первый. Вот, да их тут 2.
Нам довольно много, кстати, палочек надо будет, так что готовься, кабан, к долгому сражению. Я-то готов, добрый, но... О, нормально, они друг друга атаковать начали. Прекрасно, палочка. Нам нужно найти спавнер, и тогда будет полегче. Кстати, пока мы искали крепость... О, чего? Они прям тут спавнятся, вообще офигевшие, смотри. Вообще офигели, что за бред? Постеснялись бы хотя бы прям при нас-то... Сзади нас еще появился. Блин, палочек совсем нету. Они тут нормально вообще и так спавнятся, кстати. Бегу как большая хрюмпи. Где, куда? Куда смотреть? Так, ну-ка поднимусь на второй этажик, посмотрю, у тебя здесь что-нибудь. Нет, ничего нету. Что у тебя палочек? У меня 3. У меня 2. Нормально, еще 20. Они тут появляются, нормально, вот можно здесь просто стоять, ждать. Согласен, только что-то с них не падает, вообще ничего, господи помилуй. Так, давай тогда просто вот здесь вот бегать, они будут спавниться, когда мы будем убегать, и все. Не, погнали к спавнеру, я думаю. Ну, пойдем. А ты нашел его уже? Ну, я, допустим, 3 эфрита вижу уже. Ну, скорее всего, где-то вот в этом месте, вот. Должен быть где-то недалеко спавнер. Я 2 палочки выбил, кстати. Слушай, у тебя есть покушать? Да, покушать есть, только нам надо найти друг друга, и мне тоже надо покушать. Добрый, вон я справа тебя. Вон там, кстати, еще эфрит. Пойду его как-нибудь там заманю. Опа, ничего себе, ты хлеба напек, добрый, молодец. Так там же стоги, снопы стояли. Давай вот сюда вот, может здесь есть что-нибудь? Во, я нашел спавнер! Иду. Отлично, тут еще скелетов нету, прекрасно. Сейчас просто их гасим и ломаем спавнер, все. У меня 4 палочки, у тебя сколько? Я тоже 4. Ну все, ребят, тогда вернемся к вам, когда добудем все оставшиеся палочки. Добрый, ну хватит их уже убивать, у меня уже 15 штук. Тебе сколько? Ну, в принципе, у меня 19. Я почти топор уже сломал, уже больше половины потратил, надо будет... Я еще ведро лавы набрал, вдруг пригодится. Да, хорош, но у нас, в принципе, вулкан рядом, поэтому не знаю, зачем... Ладно, побегай с ним. Все, тогда получится. Опа, еще один спавнер. Еще один был. Стой, погоди, опыт. А, так надо, да, сломать спавнера точно. Я, кстати, 26 уровень. Может быть, сегодня даже чем-нибудь зачаруем. У меня 24, кстати говоря. Беги, ломай тот. Да, гонишь. Все, я домой. Все, ребята, мы вернулись. Складываем светопыль в сундучок на нашего будущего дракона. Давай быстрее, давай мне быстрее. Пыль. Где ты? Че ты тут меня бегаешь? Все, отлично, все, спасибо. Еще, давай. Ничего себе, у нас нормально так, нам и на око эндера, кстати, хватит. Ну да, добротно постарались. Теперь надо зомби убивать, причем много. Ты помнишь, сколько ты уже дал плоти ему? Что-то около 15, наверное. Так, ладно, тогда я сейчас сразу своего выращу, чтобы посмотреть на него. А я тогда добуду гнилую плоть на своего. Что-то зомби мало, господи. Вроде как бы ночь, да, гора такая большая. Прям спавнить не хочу, а... Где зомби вообще? Так, кабанчик, у нас тут у дома нормально так зомбиков гуляет. И я уже начинаю их потихонечку жечь, так. Ты смотри, не сожги предмет-то, добрый. Че, красивый у меня дракончик? Вау! Какой-то гиппогриф. Да, какой-то странный дракончик, но, видимо, небесный, реально. А, ну да, кстати, гиппогриф, да, реально, он очень похож на Ты пожар устроил, нас точно выгонят с острова. Нас точно отсюда выгонят. Все. Не, все нормально, все потухло. Хорошо. Блин, а вон еще зомби. У тебя сколько говнины? Говнины 0. Ну, гнилой плоть. Да, я понял. А, да? Пока да. Я выращивал пока своего. Вот, вижу зомбика, сейчас убью его. И на нем, кстати, сидит второй маленький. Так, у меня тоже проблемы подошли. Кто быстрее, кто сильней? Что-то вообще не выпадает ничего. У меня 10. Я думаю, надо еще 30. О, ничего себе, мне зомби выпал. А, ну хотя у меня железная броня, наплевать. Штаны и зачарованная куртка сразу выпали, зомбика жестко. Закину тогда в своего все, что у меня есть, это 11 штук. И он прям, ребят, и... Что? Чё? Он же вырос. Нормально тогда. А, вы, господи, я думал, он сдох. Да, я всегда тоже пугаюсь. Он прямо сдох. Смотри, ля, какой красивый. И никого не было. Вау! Белое пламя, вообще очень классно. Посмотрите, как красиво, офигеть. Раз у нас теперь новые драконы, ребята, давайте их проверим. Отправимся на новый остров. Да, и я надеюсь, найдем там еще одного дракончика какого-нибудь классного.
Я как раз возьму своего огненного, чтобы там, ну, ледяных-то, я думаю, они получше будут жечь. Так, смотри, тут какой-то город, замок. Замок? Чё это такое? Опять эти зеленые ящерицы, они что, весь остров, что ли, захватили? А, у меня же дракон есть, чё я сел-то тут? Добрый, ты моего дракона сожгёшь, а? Чё, дракона сожгу, ты чё? Дракона нельзя убить огнём, забыл. Смотри, знаешь, чё мне это напоминает, этот город? Это как будто наш бывший город, тут сундуки, ларьки, вот эти всё. А, кстати, да, очень похоже. А может, если мы сейчас освободим его от этих ящериц вонючих, то сюда можно поселить с собой, ну, других жителей поселить там. Может быть. Спокойно, только надо разобраться со всеми этими ребятами. Они что-то так плохо горят, я прям в шоке. Я тут всё сжёг почти, но всё кроме них. Я предлагаю в замок тогда сразу полететь, потому что, мне кажется, там главарь сидит. Тут в сундуках вещи есть. Или потом возьмем, давай потом. Я прямо вот тут в окошко сразу залечу к ним. Дракона оставлю, пожалуй, здесь пока. Фонари горят. Трон. Нормально смотрюсь на троне, кабан. Че, я даже залезу. Опа. Да, у тебя шлем в голове. Ну ладно, ребят, на этом ролик подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. В следующем серии... Что такое, господи? В следующей серии мы исследуем этот ледяной замок и узнаем, что он скрывает. Ну а с вами был Кабан и Добрый. Всем пока. И большого кабана. О, тут какая-то вообще жопа. Все, все, выключай, выключай. Всем хрю, с вами Бига Хрю. Всем добра, с вами Добрый. И сегодня, ребята, мы продолжаем выживать на карте с драконами. И в прошлой Добрый. Серии мы... Что? Убери щит, у тебя он в голове торчит. Не понял. Да нормально. И в прошлой серии, ребята, мы пришли вот в этот вот золотой, получается, замок. Ой, какой золотой, ледяной замок. Какой, да, ледяной огромный замок. Вот здесь вот мы припарковали на балконе наших драконов и вошли. Если вы не смотрели серию, то обязательно посмотрите предыдущую, иначе ничего не поймете. Кабан, смотри-то, кто там ходит? Ай, это мне показалось, господи, я смотрю еще. Кабан, это стуражни. Аккуратнее, отходи. Быстрее, Добрый, нападай. Нападай, не нападай. Дай. О, я убил одного. Отлично. С них коины падают. Как ты убил одного? Я ему там 20 ударов успел нанести. Нормально, сейчас. Они вроде промахиваются. Че, он куда полетел? Смотри, что с ним? Он поплыл куда-то. Кабан! Все, все, убегаем. Да ну их нафиг вообще. Да подожди, с них коины падают, а за коины можно купить мебель. За коины. О, сундук. О, коины. И убивать не надо никого. Отлично. Так, золото оставим здесь, оно бесполезно. В смысле? Ну ладно. Ну, тут опять коины. А, кабан, тут опять этот плывой. А, осторожный. О, я убил его. Он приплыл все-таки к нам. Тут у них какие-то мишени, они что, тренируются с луков стрелять? У них вроде вообще луков-то нету. А может быть. Так это старый замок, эти просто отняли его у народа. Я нашел алмазик. О, хорош, Добрый. Ладно, пойдем изведаем полностью замок, спустимся на нижние этажи, и может быть что-нибудь там вкусное найдем. Вообще, посмотри, опа, сундук. Сверху, посмотри аккуратненько на все, может быть что-то пропустим. О, я вижу стол зачаровальный. Прекрасно, Добрый. Ага, а тут ничего нет в сундуке, а зачем тогда он вообще нужен, что забайтить на сундук? Может в том что-нибудь есть? Я почти залез, так, оп, забираем с тобой столик. Отлично, кабанчик, у нас есть стол зачарования. А, проблема, помогите. Что случилось? Да я, все, ладно, я хотел дойти до сундука, но скорее всего там ничего нету. Я спустился вниз, а тут вонючий огромный голем, он застрял, нам повезло. Давай, давай, пинай его. Все, отлично. Тут что-то очень много сундуков. Да, блин, только было бы что-нибудь получше, чем коины, потому что эти коины, они вообще, если честно, о, алмаз. Эти коины, если честно, они вообще бесполезные, ну, особенно вот эти вот, драгон коины. Но зачем они нужны? Для них можно покупать зелья, руду. А. Вообще много чего можно покупать, ты чё, кабан? А, точно. Блин, да там просто обсидиан стоит 40 монет, а мы так мало монет получаем, что это даже становится бесполезным. Проще алмазы добыть и добыть этот обсидиан. Ну, возможно, возможно. Смотри, ты, кстати, какой уровень вообще? 26-й. Ты 26-й уровень. Так, я 27-й. Я нашел немножко лазурита, и тут есть, смотри, книжные полки. Поставь сюда стол, может, чем-нибудь зачаруем сейчас? Сейчас? У меня вообще брони нету, кабан, вообще у меня одни штаны остались. Чем он сейчас зачаровывать? У тебя брони нету? А, ну, кстати, у меня тоже, слушай. Блин, ну, ладно, хорошо, давай, давай тогда потом все зачаруем. И мы в доме построим зачаровальню, сделаем себе алмазную броню и все зачаруем. Окей, все, тогда я реально сейчас все добуду. Я тоже добыл немножко книжечек, у меня 21 штучка, так что нормально нам. У меня 22. Так, а куда нам идти-то? Где тут у них самое главное база-то?
А, смотри, тут вниз еще проход есть. Иду. Чего там? Тут это, тут яйцо. Яйцо есть? Да, я нашел яйцо. Ты яйцо нашел? Да, яйцо дракона. На копытце бананчик печеньку скидываем всякое, что яйцо это? Я же нашел. Ну тогда ладно, твое. Ну ладно, ты хочешь возьми себе. У меня, в принципе, есть огненный дракон, у тебя будет ледяной. Камень, ножницы, копытца. Раз, два, три, у тебя что? А у тебя что? У меня желудь. А у меня печенка. Печеньки вкуснее, я забираю. Ребята, напишите в комментариях, кто победил. Я считаю, что добрый. Ладно, давайте доброму. Я тогда заберу все книжные полки. Хорошо. Ладно, Кован, походу ты, я не могу подобрать яйцо. Не понял. Что, оно примерзло, что ли? Алло. О, подожди. А, вот. Вау, какой красивый эффект от него. Ну давай. О, Кован поднял. Хорош, поднял. Блин, что, оно теперь мое, что ли? Нет, все, уже не твое. Уже мое. А, все, твое. Да черт. Блин, фига полок. Погоди, наруби еще. Чё, я думаю, нам просто не хватит. Я хожу рублю, у меня нормально так уже. У меня стак, ладно, я думаю, стака достаточно. У меня 30. Отлично, это точно достаточно. Так, давай еще проверим тогда, что тут есть, потому что замок реально, ребят, очень большой. И может быть, тут есть еще комнаты с кучей алмазов. Ведь это царский замок, как вы можете заметить. Там трон, все такое. Возможно, где-то здесь у него есть казна, которая ждет, когда кабанчик придет за ней. Только надо найти ее. Блин, яйцо упало, черт. Добрый, тут обсидиан! Скорее всего, я нашел. Это казна. Возможно, это казна. Так, сейчас иду. Иди сюда быстрее. Ломаем обсидиан. Возможно, это просто стены казны. Они-то хорошо охраняются обсидианом. А, что это такое? Это снег, что ли? Какой-то заваленный проход или что это? Добрый, тут очень темно. Ты где? Я зелье отравления килл. Добрый, ты где? Бегу, кабанчик. Сейчас буду. А, господи! Нам точно пока не туда. Блин, ребят, я тут не... О, добрый, яйцо не потеряй, главное. Я тут немножко прокопал туда-сюда. Походу, это просто фундамент замка. И это никакая не казна. Ай, блин, яйцо опять упало. Да что такое? Добрый, не роняй яйцо. Ладно, пусть пока здесь полежит, а я посмотрю, что там сверху. Так, сверху там мы яйцо нашли сверху. А, вот так, значит. Так это, видимо, просто, да, фундамент. Блин, черт, я думал, казна. Ну, слушай, я все-таки не буду отчаиваться и еще ее немножечко поищу. Тут так странно здание сделано, оно разрушено, наполовину замерзло уже все. Ходы просто завалены, и непонятно даже, куда идти. А, хотя вот, вроде что-то нашел. Так, здесь, ага, я тут еще не был. Вот, вижу какой-то сундук. А, нет, я тут был. Да, я тут был. Черт. Я тогда посмотрю что-нибудь снаружи. Я тут выбрался, и сейчас посмотрю, что здесь есть. Слушай, я нашел, помнишь замок, который рядом с нашим домом? Да, что? Где мы там ресурсы в первой серии набрали. Ну? Я их нашел на самом верху замка. Возможно, сейчас там они тоже есть. Давай проверим. Ресурсы? А что за ресурсы? Да, ой, господи! Так, погоди, ресурсы. Ну, я там алмазы нашел. Алмазы, топор или что-то 10 алмазов, что ли, не помню. А, точно. Сейчас, давай, я забираюсь. Погнали на самый верх. Да, я тоже забираюсь. Меня Еди встретил и еще кто-то, или ведьма, что ли, какая-то. Меня отравили жестко. Ну, вроде, пока я жив, честь покушать. Кабан. Тут вообще, тут сборище ейти этих. Они, правда, застряли, поэтому мне повезло. Так, ладно, поднимаемся. Наши драконы там еще живы, кстати, ты не видел? А, вроде бы да, вроде живы. Хорошо, я поднялся на башню, одну из. Или это не башня, что это вообще такое? Я сейчас поднимусь на небеса, видимо. Подожди, меня тут очень много ейти встретило. Что-то мне даже не хочу с ними драться. На самый верх, блин, еще так далеко карабкаться. Что-то вообще ничего нету наверху-то. Так, может, уж забрали эти ейти вонючие. Черт. Че, мы опоздали, что ли, получается? Ну, видимо, да. Я попробовал какую-то башню прокопаться, но там даже ничего нету внутри. Я вот сейчас тоже как раз-таки в башню копаюсь. Так, немножечко осветим дорогу. Что-то вроде нашел есть. Нашел что-то? Че, реально что-то нашел? Просто башня. Я какой-то нашел бред, и тут просто камень по центру. Чего? Короче, не знаю, ребят, ладно. Самое ценное мы забрали. Это яйцо. Все остальное, в принципе, мелочи. Все остальное можно просто добыть. Блин, добрый, здесь покушать. Покушать нету. И ты, видимо, этот сундук уже облазил, да, который ты нашел в башне? Нет, я в башне не обнюхивал никакой сундук. Странно, почему он пустой? Ну ладно. Странно. Ладно, тогда предлагаю, что, возвращаемся домой, отнесем яйцо, начнем его выращивать. Да, посмотрим, что нужно. Угу. И в это время отправимся, я думаю, либо на другой остров, либо будем чаровать себе броню. Ну, короче, найдем чем заняться. Да, давай, немножечко достроим домик и будем чаровать броню. Хоть какую-нибудь. У нас вообще там вроде есть алмазы, хоть немножко. Не помню. У меня полсердца.
сердца. Добрый, у меня полсердца. Я сейчас иду аккуратно к дракону нашему. Стоп, где драконы наши? Пропали, что ли? А, вот они, фу, все. Напугал. Нашел. Я думал, сейчас мы тут останемся с Йети жить. Драконов никто не угнал, все хорошо. О, привет. Хай, аккуратненько спуститься, у меня одно пол даже сердечко. Все, я полетел, блин, из-за щита ничего не видно, куда я лечу. Кабан, направляй меня, в какую сторону лететь. Я еще не на драконе с вами, все, сел. Фу, так, смотри, все, лети вперед, вперед лети. Вперед лечу. Где ты? Направо, добрый. Куда ты улетел? Направо, налево, теперь налево. Налево, так, налево, все, полетел, правильно? Лети, да, идеально, верно, и бей по хребтине, по хребту бей дракону. А, все, вот так, кстати, более-менее видно что-то. Так, лечу. Давай тогда сразу вот сюда залетим, потом домой уже пойдем, посмотрим, что нужно для твоего яичка. 50 снежков, господи, а что так легко? Добрый, можешь возвращаться, тебе 50 снежков-то одна копать. Блин, тяжело. У тебя есть лопата? Лопата? Так, лопата. Лопаты у меня нет, пойдем домой. То есть ты серьезно? До сих пор за столько серий не сделал лопату? Да, извините меня. Кабан, ужас. Ладно, в принципе, снежки не сложно накопать, так что все, я снижаюсь. По кайфу. Я слез дракона и сдох. Пол сердца. Это пол сердца. Бывает. Че, ты закинул яичко в инкубатор? Ага, держит свое новое яйцо. Все, давай, закидывай. Так, закинул. Блин, у нас уж такая коллекция прикольная получается драконов. Да, только они у нас до сих пор у нас живут на улице, кабан. Мы до сих пор ничего не построили. Даже себе мы до сих пор сами на улице живем. Да, у нас 10 алмазов. Давай сделаем по алмазному. Кому? Кому? Ну, мечу, наверное. Никому, видимо. В смысле никому? Не понял. Сделай это. А я пока пойду выращивать дракончика. Давай, иди выращивай дракончика. И, кстати, скинь мне все свои книжки. Сейчас, секундочку. Надо создать небольшой торнадо тут. У нас большие проблемы. На острове что-то слишком как-то мало деревьев. И почему-то они все, черт побери, из тропического дерева. Мне это дерево вообще никак не нравится. Ну, мы можем пойти обратно на снежный остров, накопать там это немножко ели. Может быть... А, вон дуб я вижу стоит. Нормально, справимся. Так, а ты где? Куда убежал-то вообще? Я? Да недалеко от дома бегаю, деревья рублю. Хорошо, так, я тогда в сундук положу все книжки. Давай. И стол тоже. О, я удивлен, у нас всего один верстак. Интересно, как так получилось? Это был намек, да? Да. Тебе верстака не хватает. Это был очевиднейший намек. Это был добренький он. Все, я сделал 13 книжных шкафов, ну или полок. И тогда пойдем закидывать. Где стол? А, стол я взял. Все, где у нас будет чаровальня? У нас нет дома, но уже есть чаровальня, ребята. Это вообще шок какой-то. Надо придумать. Давай вот здесь вот наверху. Наверху? Да, вот здесь вот. Я думал, она будет в доме. Ну давай, ладно, потом ее как-нибудь обделаем еще красиво. Я вообще правильно делаю все? Нет, вообще максимально неправильно. Не понимаю, это как это так? А почему? Потому что у тебя, видимо, развитие остановилось 10 лет. Спасибо. Ладно, поставлю тогда в центр книжный стол. Что делаешь? Ломаю, потому что надо вокруг книжного стола ставить. Ну, в принципе, ладно, поставь. Сейчас еще сделаю тебе книжную полку, будем вот так вот. А так что не работает? Рядом же книжные полки. В чем проблема? Да, не заморачивай голову, ладно. Что, реально проблема? Как? В этом проблема? Это проблема реально, ребят? Это реально плохо? По-моему, все хорошо. Книжные полочки рядом и, по-моему, вообще отлично, нет? Ну, как бы у нас максимальный уровень зачарования здесь 8-й, а мог быть 30-й. Ну, а кто виноват в этом? Ты. Не задача такая, да? Ну, так-то оно так. В принципе, можешь направляться рубить дерево дальше, потому что нам все это надо будет сломать и переделать. Да нет, у нас отлично досок, все хорошо. Ну, если у нас много, в принципе, книжек, то можно и ничего и не ломать. И так будет 30-й. Книжек у меня много, не бойся, да. Так что я сейчас все сделал. У меня есть 5 полок, я думаю, уже 30-й уровень будет. Наверное, да? Или нет? Или да? Как посмотреть, 30-й уровень у нас или нет? Так закинь туда что-нибудь. 18-й, все отлично. 18-й уровень есть, шикарно. У тебя есть дерево? Нет. Я делаю себе, значит, железную лопаточку и отправляюсь копать снежки. А, ты пошел дракона выращивать. Ну, так-то да. Давай выращивай дракона. Какой следующий остров мы хотим полететь, добрый? Ой, это, конечно, тяжелый вопрос, кабан. Я даже не знаю, какие там острова-то есть еще. Ну, тогда смотри, по кругу просто посмотрим. Мы были на вулканическом, мы были на песчаном и были на снежном. Значит, есть какой-нибудь... Я даже не знаю, если честно, какой есть еще, но... А, терракотный! А, нет, это и есть песчаный, блин. Ну ладно, посмотрим, полетаем, поглядим. Я сейчас тогда просто, ну, слетаю, немножко возвышусь и скажу тебе. Давай, хорошо. Вулканический такой огромный, ребят, вы просто посмотрите, какая огромная громадина вон там стоит. И вообще у него, он еще пупок там, он есть пупок. Попковый остров. А, ну ладно, все. Я, наверное, себе сделаю броню железную, чтобы меня не убили. Ну да, все правильно, так и сделай. Я тогда пойду поставлю все оставшиеся книжные полки. Надеюсь, теперь тут уровень 30. Докидываем. Все, ребят, 30 уровень. Я вот не знаю, идти
идти добивать 30-й или пару вещей зачаровать? Или все-таки 30-й, или пару вещей? Смотря что ты хочешь. Если ты хочешь одну вещь какую-нибудь зачаровать, то лучше 30-й сразу накопить. А если ты хочешь все понемножку, то можешь сейчас идти. Ну, я хочу 30-й, думаю, в чем мне проблема? Мне кажется, лучше зачаровать, ну, 30-й сначала набить. Какую ты вещь хочешь зачаровать, скажи мне? Меч. Меч. Иди тогда смотри, что у тебя на 30-м уровне, какие есть зачаровальные эффекты. То у меня даже меча нет, сейчас посмотрю. Кабан, ты долго там, что там, меч не можешь сделать, что ли, забыл? Да все, да я сделал меч, все, иду, у меня просто палок не было, сейчас. Все, смотрим, докидываем, и бич членистоногих 4, нормально, нет? Нет. Ладно, может быть, бич членистоногих 4? Опять? Нет? Нормально? Нет? Это... Нет. А что это вообще такое? Я не понимаю, зачем это спутов убивать? Это все, у тебя меч говно просто. А я говно меч сделал еще? Ну, тебе надо его на что-нибудь начаровать, а потом сделать новый и еще раз чаровать попытаться. Еще раз посмотреть, что у тебя будет на 30-м. Вот так вот работает. А у тебя что тогда? Иди ты посмотри на меч. Может, ты меня сможешь зачаровать, на. Давай. На, пожалуйста, острота, острота 10, острота 10, острота 10, острота 10, острота 10, острота 10, острота 10. Что у тебя там? Очень классное зачарование, на самом деле. Бич членистоногих 4. Держи. Ты сможешь убивать пауков на раз-два. Хорош. Погоди, а членистоногие, это же, может быть, эндермены еще, да? Нет, это пауки, наверное. у них же большие ноги. Не настолько, видимо. Ребят, полное говно, короче, за наш очаровал. Погоди, стой. Стоп, сейчас идея. Сейчас, смотрите, ребят, я гений. Сломаем нафиг стол, поставим по новой, и что будет? Так работает. Бич членистоногих 4. Ладно, я сейчас сделаю еще один тогда меч. По кайфу. А зачем еще один меч, если надо не меч, а... Я просто сделаю меч. Что делать, добрый? Бич членистоногих 4. Серьезно? Да. Не, погоди, надо просто зачаровалку скинуть. Это, погоди, сейчас. Да я знаю, что делать сейчас. Сейчас, смотрите, ребят, объясняю. Последний раз показываю вам гайд. Сейчас, секунду. Сейчас я вам покажу, как надо скидывать плохую чаровалочку. Добрый, ты забрал 50 железа. Где оно? Я сделал броню себе. Ну не мог же ты на 50 железа сделать броню себе. Я сделал запасной комплект. Так тут железная броня полная. В сундуке лежит полная железная броня. Вот это как раз и комплект. Да она, по-моему, лежала. Ладно, вот, на, держи. Что, реально есть? О, спасибо. Да. Сейчас, ребят, я вам покажу. Если вы не знали, то есть способ, как скинуть плохую чаровалку. Сейчас все просто. Берем топор, обычный железный топор, и зачаровываем его на... Покажи, кабан. Тихо! На эффективность 2, да, допустим. Вот. И у нас, получается, просто меняется весь стол зачарования. Вот, добыча 2, меч у меня. Классно. Отлично. По кайфу, нет? Нет, очень классно, на самом деле. Я полетел, занимайся своими приколами. Не, ну нормально, вот. Нет. Мне надо только 30 золотых набить. А зачем нам добыча-то? Добывать. Еще я не знаю. Драгонкоины, которые ты сказал, что бесполезные. Получается, нам больше нечего добывать? Ну, с мобов-то нет особо. Ладно, ребят, летсплей пришел в тупик. Что делать? Я полетел на снежный остров, короче, и можешь мне помочь, в принципе. Да я думал, ты 50 снежков сможешь накопать. Сложно, может быть. Все, лети на снежный остров тогда. Я пойду сладкие ягодки посажу. Я сейчас в данный момент сражаюсь с большим количеством чудовищ, и мне бы не помешала вообще-то помощь. Сражайся. Спускаюсь, резкое падение, добрый, я уже здесь, ты где? Да вот я тут, помогай мне. Это что за ящер такой? Слушай, по-моему, он членистоногий. А, здоровый, да давай. Они меня сейчас убьют, да меня скелет просто вообще просто доминирует надо мной. Да ладно. Что мне делать? Ладно, у меня есть идея, сейчас, ребят, смотрите. Просто ставим лаву, они все начинают умирать. Все, это изи, это легко, это не контрится. Добрый, в лаву загоняй их, ты можешь загонять их в лаву? Да, подожди, полсердечка, я улетаю, убегаю. Добрый, ты вообще дурной, у тебя дракон есть, почему ты слез с дракона? И начал драться рукой. Да потому что за ним неудобно. Потому что надо просто всех сжечь белым огнем. И потому что опыт не падает. Неважно, добрый, важно, какой ты дракон. А все остальное это просто мелочи жизни. О, я убил этого вонючего вожака. С него, кстати, железо выпало, прикольно. Я, в принципе, всех успешно жгу. Давай, отвлекай пока. Все, у меня дракон что-то устал. Я добуду немножечко снежков. У меня дракон что-то устал. Мне приходится биться топором на драконе. Дракон больше не плюется огнем, что за фигня? А, меня что-то бьют, нет! Добрый, я иду, ты где?
Да я здесь добываю снежки. Меня стреляют тут со всех сторон. Я иду в атаку. Мой топор на эффективность слишком эффективен, добрый. Они все умирают. Я пока скелета тут убью. Йети просто ничего не может сделать. Я его откидываю сильнее. Так, снежочки. Собираем. Ну что, всю говнину собрал, нет? Не-не-не, подожди, у меня только 16 штучек. Добрый, ну ускоряйся, не знаю. Да нормально, ускоряюсь. Слушай, у меня тоже 16 штучек, я думаю, у нас нормально. А, у тебя всего 16 штук? Да. А, так это очень мало, добрый, давай быстрее. Думаю, уже хватит. Да, конечно, все, я вижу по тебе, что уже все. Все, я возвращаюсь на наш остров, обличу его немножко с правой стороны. Хочу посмотреть, что там, какой вообще следующий остров у нас по плану, по графику. Так, ребята, я прилетел сюда. Тут миллион деревьев, просто миллиард. Так, я тоже, видимо, на этот остров прилетел. Тут очень реально много деревьев, не только акации, тут и ель есть. Да, тут просто лесной остров. А тут вообще кто-нибудь живет? Наверное, какие-нибудь лесные чудики. Я без понятия, если честно. Пещеру какую-то светящуюся. Это логово грибов. Да? Я иду к тебе. Ты где? Ой, тут опять эти ящеры вонючие, а. А, вот, возможно, здесь добренький. Так, пещера какая-то. Добрый, ты тут? Я не знаю, на меня напали грибы. Добрый, я иду. Добрый, держись. Ящер еще. О, сундук, ничего себе. А, нет, это не ты. Алмаз нашел, прикольно. Так, оставляем. Вроде убил большинство. О, тут что-то прикольное. Уголь есть. Вау. А, и все, пещера заканчивается просто. Что? Рип лени? Тут могила чья-то. Господи, тут лежит лени. Что за лени? Так, я бегу, кабан. О, кабан. Я яйцо нашел. Ты нашел яйцо? Да. Что, опять что ли? Добрый, господи, я не знаю, куда я забрел, но тут просто бесконечное количество грибов этих, они вырастают из стены. Наверное, я в этой же пещере. Нет, ты не в этой пещере, 100%. Пожалуйста. О, я вроде выжил, у меня осталась половина сердца, я не знаю, кушать сырую свинину или нет. Меня убила ягодка. Да. Добрый, там дракон мой остался. Ребята, я умер, и мой дракон остался там, на острове. Где-то он в той стороне. Я не знаю, как его достать, потому что... Добрый вообще пропал. Добрый не отвечает. Добрый, ты вообще тут? Меня слышно, Добрый? Добрый вообще не отвечает. Я не знаю, что с Добрым. А дракон остался там. Если лететь за ним, то как я смогу двух драконов вообще переместить? Ребят, ладно, на этом серия подходит к концу. Надеюсь, не летсплей. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Также не забудьте подписываться на канал Доброго. Ссылка будет в описании и в закрепленном комментарии. Там вышел классный ролик. Всем удачи и всем пока. Буду, получается, думать, как спасти Доброго и найти своего дракона. Всем пока. Всем хрю, с вами Бига Хрю. Ребята, в той серии Добренький остался в пещере, а я сдох. И там еще остался мой дракон. Сейчас мне нужно будет отправиться как-то вон в ту сторону. Да блин, опять бить членоштоногих. Что это такое? В смысле? Чего? Почему снова-то? Можно острота хотя бы раз... Чё? Ты откуда здесь, Добрый? Очароваться пришел. Я же тут живу, мой дом здесь. Ты же в пещере остался, я сдох, и я думал спасать тебя, бежать. Ты не видишь своего дракона-то? Я все, я прилетел. Двух драконов привел. Ты как привел второго-то моего? На поводке. Ну, немножко его помочить пришлось, конечно, в воде. Он там немножко приболел, но ничего страшного. Вроде летает. Летает, да. Да ладно, у него не такие проблемы, у него вообще как бы крылья дырявые. Че ему не привыкать так-то вообще? У него так-то проблемы с полетом. Так, кабанчик, а я предлагаю сейчас, знаешь, что сделать? А вот не скажу, на тебе снежком. Добрый, не трать снежки! У тебя ж дракон снежный. Покормлю дракончика своего, и мы отправимся обратно в ту пещеру, чтобы найти яйцо, потому что я не смог взять и яйцо, и двух драконов сразу. А, то есть мне дракона найдем? Балдеж. Слушай, у меня тоже есть снежки, я даже ему тоже закину. Ой, он сдох прекрасно. Блин, жалко, ладно, вот он появился. И смотри, он какой красивый, очень классный на самом деле. Я каждый раз пугаюсь. Ну-ка, если снежком ему дать... Тихо, не бей! Вау! Очень красивый огонь. На! Так, все, не бей моего дракончика, вонючий кабан. Че, я не вонючий? Да ладно. О, пузырек опыта, отлично, могу его наконец-то использовать. Блин, у меня еды вообще нету. У тебя есть что-нибудь покушать? Я вот и ищу в сундуке у нас, а тут вообще ничего. О, у меня сырая свинина есть, будешь? Да, конечно. Кто у тебя сырая свинина? Кабан, не понял. Вопросик, ну-ка. Добрый, нет. Ну, иначе все. Я значит, не вообще не при делах. А кто при делах? У кого тут в инвентаре сырая свининка, а? Я вообще не знаю. Так, ладно, пока свинину не будем есть, оставим ее на всякий случай. А пока я предлагаю сделать нам похлебок.
похлебок? Ты корову, что ли, еще привел? Нет, у нас грибов куча. Грибы вонючие. А ну идите сюда. Я вам отомщу за то, что вы меня убили и оставили доброго одного на острове. Добрый, помогай! А, не, я вроде справился нормально. Прекрасно. Кабан, иди сюда, забирай похлеб. Быстрее, я уже начал умирать. О, чего? Фига ты сколько приготовил. Да, я тот еще повар. Ну ты и тот еще кошевар, конечно, да. Не печеньки, конечно, но тоже неплохо. Дай мне парочку, хотя нет, у меня есть. Вот на еще две. Скину сюда баланду, потом помоешь. Так, ребята, все, мы поели, мы заправились, я пойду заточу свой алмазный меч. А, погодите, сейчас полтора левела набью только. И на 30 уровень зачарую свой меч. Надеюсь, там будет не бич членистоногих, а ну, что-нибудь уже нормальное, короче. Ну, вы знаете. Хотя навряд ли я сейчас найду где-то полтора уровня, поэтому просто тыкну, что там есть. Бич членистоногих 2. Спасибо, конечно. Ах, ты вонючий. Добрый, тебе надо бич членистоногих, нет? Да, спасибо, у меня есть один. Еще один? Ладно, хорошо, все. Тогда что? Блин, у меня броня сломана, я полный комплект вот этот возьму. Ах, ты уже взял его? Да. Хитрый, добрый, уже приготовился. На железо возьми, сделай. Потому что там очень тяжело, очень много грибов, нам не выжить там без брони. Согласен, я там сдох, я знаю, что там не выжить. Все, я сделал полный комплект, это потом сломаем. Даже положу в сундук. Все, ребята, мы полностью готовы. Жрачка есть, сырая говядина и много-много похлебок. Если что, сделаем еще. Я готов. Ты на новом драконе, добрый? Не, я, наверное, на том, что покрепче полечу. А, толстый Магнус, что ли, который? Да. А, у меня его зовут Уголек. Вот он какой красивый. Но вообще его зовут Магнус, ну, самого дракона, но я назвал его Уголек. И его толкает конь. А угольку наплевать. А сейчас разберемся. Так, ладно, кабанчик, я уже сел. Вау, какой краснее, это самый красивый огонь. Хватит там поджигать, все, давай, поехали. Уголек очень медленный, хотя вроде нормально летит. Так, братан, взлетай. А ты уже улетел, что ли, ничего себе. Ты летишь? Да, прямо с тобой. Ты дорогу-то, ага, все, ага, полетели. А вот, кабанчик, и та самая пещера. Все, сади драконов. Да нас тут уже эти встречают, так что давай обратно на дракона и поджигай тут все. Да не, я просто пробегу мимо них. А, да, давай так и сделаем. Зачем нам вообще драконы? Пусть просто подождут нас тут, согласен. Да, они тут нормально разберутся с ними. Ладно, погнали убивать грибов, мне нужен все-таки 30 уровень. А, чтобы заточить броню там или лук, потом в будущем дракона убивать какого-нибудь. А, или мы вроде подружиться должны с драконом, я не помню. Да, конечно, подружиться, ты че? Точно, здесь нельзя убивать драконов. Так, кабанчик, давай за мной прямо, потому что тут очень много проходов и легко заблудиться. Вот сюда вот. А, ты здесь видел? Да, где-то, по-моему, да. Тут очень много лабиринтов, я случайно шел и как-то нашел. Блин, тут очень красиво так-то. Повезло, что так. Есть эти светящиеся камни, а то сейчас в полной темноте гуляли бы. Ну все, добрый заблудился. А вот теперь я не помню куда, по-моему, вот сюда, да? Вот, да, вот куда-то вот сюда. Так, осторож, тут грибы, прям очень много. Давай, и мы почти пришли, да, все, вот оно, да. Какой красивый! Тут сейчас появится очень много страшных грибов. Вау, какое красивое яйцо! Похоже на акулье, как будто у меня акула будет, слушай. Так, кабанчик, просто побежали, все, побежали отсюда быстрее. Нас сейчас очень тут много ждет грибов, давай. Да, все, побежали. Все, ребята, мы выбрались из пещеры, сваливаем отсюда быстрее. Все, и мы взяли яйцо, оно у меня на спине, и, добренький, ты там летишь, да? Добрый, я тебя не вижу. Я просто этот щит надел, я не могу с ним летать, я ничего не вижу. Поэтому лечу, куда прилечу, ладно, вроде как лечу. Слушай, так ты можешь это, F5 нажать и будешь лететь нормально. Да я нормально, я все, да, приспособился. Главное не уронить яйцо в воду. Первостепенная задача. Да ладно, мы в начале летсплея в лаву уронили, так что ничего страшного. А, ну да, вода это вообще еще радость для него будет. Я пойду загляну, какое, что там нужно вообще для моего выращивания, так сказать, моего дракона. Сейчас, погодите, ребят, смотрим. Белая такая черно-серая текстура у него получается, да? Сейчас найдем дракона. А что со мной? Что с тобой, кабан? Добрый. Что? Лети там, где мы дракона первого выращивали. Первого дракона выращивали? Да, где весь магазин, там этот старый дракон еще сидит. Ларики сейчас. Где? А что там? Быстрее, добрый. Быстрее, сейчас офигеешь. Добрый, смотри на меня. Отойди от меня. Ты чем-то заболел. Добрый, я больше... Я что, я человек теперь? Так, погодите, ладно, пойду умоюсь, погодите, стойте. О, сено, пойду посплю. Хорошо поспал. О,
Все, я переродился. Всем хрю, с вами Бига Хрю. И сегодня мы... Блин, я думал, ты стал человеком, и мы теперь с тобой сможем гулять нормально. Как нормальные два друга, а ты... Не, по ночам будем опять. А ты опять все на свое забрался. Куда ты забрал яйцо мое? Посмотри, где мой дракон? Вот он или кто? А, если честно, я вообще без понятия. Какой из них мой дракон? Я хочу знать сразу, чтобы идти добывать ресурсы на него. Мне кажется, вот это твой. Мне тоже кажется, что вот это мой. Ему нужно 50 глоустоуна. Я его уже добыл специально. О, фига ты гений, точно. Мы же добывали специально его. Все, тогда полетели обратно. А чё дракон так быстро по земле бегает, господи? Может, он просто бегать будет, да? Чё ему вообще летать? Все, ребята, вот оно моё яичко! Новое яйцо! Все, скидываем сюда и ждем, когда оно вылупится. Чё с яйцом? Ой, какой красивый. Это, наверное, самый красивый дракон. Возможно. Вонючий зомби. Самый уродливый зомби пристал. Блин, ребята, вы посмотрите. Я не знаю, помните ли вы предыдущие волчки вот такие вот, но... По-моему, это очень красиво. Да, это прям вообще самый лучший. Ну-ка, давай, я очень хочу посмотреть, какой он. Надо ждать 5 минут. Потому что, если вы не забыли, ребята, то драконы, ну то есть яйца драконов, обновляются. И через какое-то время мы снова сможем в ту пещеру прилезть и, ну, забрать еще одного такого дракона. Пойдем найдем справочки, сколько у нас уже драконов. Вообще суть, получается, в чем? Собрать всех драконов? Да, и разобраться с последним. Что-то можно его приручить или нельзя? Ну, разберемся, короче. Так, что, ты полетел обратно, да? Да, я хочу навести справочки, сколько у нас вообще есть драконов уже. Такс, ребята, у нас есть вот этот вот, есть вот этот вот, есть мой вот этот мумия, есть Магнус, есть Шард, есть вот этот вот, и что еще у нас есть? А и все. У нас, получается, не хватает только Мисс, вот этот вот, потом Птерикс. Потом Дракула, наверное, типа. Потом Сильвы вроде бы еще не было у нас. Найтсталкера, зомби, Тайгера и... Блин, еще очень много нам, еще очень долго. Че за кленк такой интересный? Вообще есть какая-нибудь ранговая вообще система, кто самый крутой, кто лох вообще, как понять? Не, я думаю, они все примерно одинаковые, но явно тот, который хочет жрать уголь, будет хуже, чем тот, который хочет жрать золото. И я очень хочу вот этого Найтсталкера себе. А я хочу человека, который жрет 50 обсидиана. По-моему, он самый жесткий. А вот это вообще 50 яблок хочет, это же вообще жесть. Проще 50 обсидиана добыть, чем 50 яблок. Согласен полностью. Почему яблоко похоже на вишенку? Ну не суть. Слушай, а мы, кстати, не разговаривали с нашими торговцами. Может, у кого-то из них продаются яйца? Ну слушай, я вроде говорил со всеми, вроде никто ничего не продает подобное. Блин, жалко, конечно. О, погоди. Я побежал домой. А у нас же много элементов декора, давай дом обустроим. Давай, да, согласен. Вот, немножечко обустроим нашу хату, да, думаю, даже попробуем ее достроить. Я не обещаю, но все может произойти. У нас уже очень большое количество драконов, такая красивая коллекция, мы потом всех выстроим в ряд и насладимся нашей работой. Есть много досок акации, которые мне очень нравятся, в принципе, можно ее так вот выставлять. Ну, а ничего, если ты решил расширение сделать, неплохо, кабанчик. Ну да. Вот здесь вот у нас будет, я даже не знаю, что. А, ну все декоры, да. Так, берем монетки, очки декора, и еще берем монетки, и еще очки декора. Все, пойдем, добрый? Пойдем. Так, прилетели. А где у нас тут был магазин мебели-то? Да, вот он вроде бы, вот сюда нам. Да, все верно. Че, будем кровать одну покупать или одну на двоих? Давай две. Две большие, кабан, ты че, конечно. Согласен, добрый. Нам, пожалуйста, две большие кровати. Офигеть, добрый, это все деньги, что у меня есть. Либо у меня бак, но почему все стоят по 10 монет? Что за бред? Я не знаю, я тут отдыхаю на гамаке просто. Ладно, я куплю вот эту кровать и вот эту кровать. Все, у меня хватило денег, и у нас есть две кровати. Я не знаю, одиночные или двойственные, потому что непонятно по картинке. Добрый, что ты еще хочешь? Ты хочешь, может быть, плиту? Плиту хочешь? Плиту, давай, конечно, плиту, надо же готовить будет. Нам плиты не хватало, и еще что мы хотим? Холодос, холодильничек обязательно. Туалет, обязательно, два туалета, и еще мы... Ага, так, холодос, а где холодос-то тут?
А вот он, вижу. О, кабанчик, может гриль сделаем? Гриль? Да, и на гриле поджарим кабанчик. Давай. Нет. Ну ладно, курицу. А я не вижу, где тут гриль. Вау, что это еще так? Колоночка, часики, полочки. Вау, какая скамейка. Это скамейка, ничего себе, можно... Пресс качать, вообще прям жестко, как пресс. Ну ладно, это потом на драконе покачаем. О, коврики с дракошкой, тоже смешно. Блин, тут такой декор, конечно, классный. Чё, есть ещё секретный этаж? А, нет, это склад какой-то. А, это просто склад вещей, всё, тут склад. Чё, диванчик будем покупать? Да, покупай диванчик, гриль, если есть денежки. Там, может быть, ещё что-нибудь покупай, без понятия. Я пойду загляну к жителям вот сюда. Чё, привет. У тебя такой большой носик. А у меня есть дракон. Хочешь, прокачу тебя на драконе? Ну, как хочешь, всё, я обиделся. Вот все меня игнорят, да, добрый? Алло, добрый, ты-то меня не игнорь. Что тебе нужно? Неважно. Все, я полетел. Нет, я никуда не полетел. У меня есть дофига монет. Что мы можем на Dragon Coin купить, добрый? Чего нам так сильно не хватает? Зелья, еда. Можно купить еще что-нибудь, в принципе. Да не знаю, покупай, что хочешь. А, хорошо, я купил 12 динамита. И вот этого дяди я еще куплю 7 тортов еще. Все, я как раз 30 уровень. Все, мне в принципе это и нужно было. На покупки остальные мне наплевать. Все, я пошел точиться. Наконец-то бич членистоногих 4. Ладно, добрый, у нас опять кровати вместе стоят, я не виноват. Да в смысле? Ну, будешь нюхать мои ноги. Все, я плиту ставлю, вот. Ну, у нас, ребят, как бы, извините, двушка, места мало. Здесь будет у нас плита. Вот так будем подходить и делать. Все, нормально поставил, нет? О, добрый, закидывай пирог. Смотри, она еще и готовит. Ничего себе. И вот здесь вот будет камин стоять тогда. А на заднем дворике я тогда сделаю зону для отдыха. Добрый, у нас какой-то слабый камин был. Он хоть гореть-то может, нет? О, да. Отлично, добрый, у нас камин теперь реально есть. Так, если будет мусор, кабанчик, мусор будет вот здесь вот у нас. Хорошо. А ты что, кабан, сделал? Тихо. У меня есть интересный декор для нашего камина. Ну, символично так я все сделаю. У меня есть печка. Печка? Печка — это очень хорошо. Поставь ее на улице. Баню сделаем. А, или это не печка, или что это вообще такое? Ну ладно, пусть стоит. Получилось просто шикарно. А что потух-то? Все, разгорелся опять. Что, нравится камин? Нет. Немножечко украшений. Оп. Оп. Последний штрих. Вот чтобы было комфортно смотреть на него. Так, все. Добрый, видишь, вот здесь вот я буду греть ноги свои и потом в кровать идти. Все. Я в другой комнате сплю. Ладно, ты только этот ободок не забывай пускать. Тебе куда туалет поставить? У меня их два. Да мне как-то не особо важно. Вот смотри, я здесь поставил небольшую зону для отдыха. Ну раз тебе не важно, будешь вот здесь вот в яме срать. Да я в твою посру просто. Не понял, он мой, значит я в него хожу. Вот смотри, вот здесь вот можно сидеть и любоваться видом. Правда у меня щит, я ничего не вижу. О, что, вдвоем можно сидеть? Прикольно. Ребята, скорее всего, возможно, у меня уже вылупился дракон. И сейчас мы будем его обнюхивать. Вау, какой классный. Вообще капец. Это тупо для ночи, чтобы ночью летать. Да. Сун светится от светопыли, видишь? Очень круто. Мне очень интересно. Офигеть. Очень классный. Ребят, это самый красивый дракон. Вы посмотрите. Смотрим огонь, какой у него. Добрый, отойди. Вау, он прям весь светится. Еще больше от огня. Ё-моё. Огонь это, конечно, не самый лучший, но дракон очень красивый. Я хочу себе Найтсталкера. Очень красивый дракон. Ребят, давайте в комментариях придумаем ему имя. Смотри, он еще ушами шевелит. Вообще фановый. Очень прикольный. Нет, тут видишь, он ушами шевелит. Блин. Так-то мой больше светится. Ну, у тебя он просто белый, а то у меня именно светится. Ай, да блин, вонючий. Все, я пошел бить членистоногих точить. Все, он мне надоел. О, смотри, твой дракон только что скелета убил сам. Добыча 2 на... Ты не хочешь добычу 2 на мече? Нет. Кабан, ты говнище. Спасибо. Я предлагаю сейчас полетать и найти новый остров, кабанчик. Давай, но займемся этим уже только, наверное, в следующей серии. Думаешь? Мне кажется, сейчас надо слетать. Не понял. Ну, сейчас летаем, просто посмотрим. Хотя бы остров найдем какой-нибудь. Есть там острова или нет? Ну, не знаю. Ну, давай слетаем.
Мы еще не были вон там, куда я сейчас лечу. Я вижу там огромное, просто мега огромное дерево. Вон оно. Я бы там дом построил, но у нас уже есть супер крутой дом. И тут, кстати, деревня. Это очень классное дерево, ё-моё. Так, всё, лечу, лечу к тебе. Спуститься бы только как-нибудь аккуратненько сюда. Давай. О, я спустился. О, чего? Чё это за мир такой добрый? Ты сейчас вообще офигеешь. Я сразу на дерево прям прилечу. На всякий случай. Не-не-не, вообще нет. В самый низ сразу лети. Ладно, так и быть. А чё там такое-то? Ты офигеешь. Вообще, это просто бред какой-то. Я бы никогда не подумал, что в дереве, внутри дерева будет просто... Ну, иди сюда, сейчас сам увидишь. Вау, это чё, пчелиный... Пчелиный мир. Какой-то маленький. Да что-то да. Может, там еще есть такое какое-то дупло? Может быть, но пчелы сами маленькие, поэтому у них мир тоже маленький. Блин, опять ящеры, как они мне надоели за этот летсплей. Так, ладно, давай, может, посмотрим, что тут есть, потому что я даже не знаю, где здесь может быть яйцо на этом острове. Наверное, на вершине дерева. Какое а дерево? Вот оно, нашел! Нашел, реально? Да, вот оно. Это, наверное, кабанчик яйцо того дракона, который ест яблочки. Блин, ты, возможно, реально прав. Ладно, ребята, мы узнаем это уже в следующей серии. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока. И добра. И добра. Блин, на самом деле это какое-то необычное яйцо. Там даже сверху, смотри, падает на него. На него даже сверху что-то падает. Это первое яйцо, на которое что-то вообще падает. Ладно, ребята, всем пока. Всем хрю, с вами Бига Хрю. Всем добра, с вами Добрый. И, ребята, мы продолжаем выживать на острове... Точнее, не острове, а мире драконов. И в прошлой серии мы нашли вот это вот яйцо на большущем-большущем дереве. Да, вот такое вот большое дерево, ребят. Вот такой вот высоты. Кто? Не смотрел предыдущую серию, то обязательно посмотрите, иначе вы просто ничего не поймете. Также мы с кабанчиком вырастили нового дракона. Вот он сидит, смотрите, как он красивый. Очень много комментариев было под той серией, как же назвать все-таки этого дракона. Спасибо большое за такое большое количество, большое-большое спасибо за большое такое количество комментариев. И я думаю, назвать его... Светик там был у него, как мне вот понравился, Светик. Он светится. Это же дракон, он же не должен быть Светик. Ночное светило там, светящаяся фурия, что-нибудь такое. Давай тогда... Ладно, Светик, тебе Светик, давай. Светик, да, он еще ушками так смешно шевелит. Ладно, все, ребят, берем яйцо. Получается, это твое яйцо? Да я, какая уже разница, пусть будет общее. Пусть это будет общее большое дружеское яйцо. Я что-то не могу его взять, Добрый. Иди возьми его скорее. Так, все, я взял, и я отправляюсь в путешествие. Давай, пока, кабан. У-ху! Серьезно? А ты что не сдох? Ты у тебя там драк... Добрый, ты в очень классном путешествии отправился, конечно, без яйца-то. А что, оно упало? Оно немножко без тебя, да, осталось. Блин, как так-то? Я же все нормально рассчитал. Не знаю, ладно, я сажусь на своего дракона и как-нибудь сейчас буду пытаться взлетать. Так. Все, яйцо вроде со мной. Добрый, полетели домой тогда, да? Ну, а что делать-то получается? Хотя подожди. Дерево горит, что? Блин! Чё? Как так-то? Да нет, да никто не поджигал дерево, подожди, я сейчас умру, вообще меня пчелы бьют, отравляют меня, я сейчас умру. Так, тихо, не бейте меня, да и грёбаная пчела, отстань. На драконе очень сложно летать, ну, кстати, вроде нормально. По-моему, я еще сильнее поджег дерево, ладно, все, сваливаем отсюда. Так, кабанчик, я взял своего дракона, лечу к тебе. У Добренького там очень красивый белый дракон, вот я сижу. Оля, какой. Яйцо так не урони. Да, держу.
друг очень крепко спиной схватил. Я, кстати, не помню, куда лететь-то нам вообще. По-моему, не туда летим. По-моему, да, по-моему, туда. Блин, кабан, ты понимаешь, что нам сейчас придется копать... Блин, почему копать? Добывать 50 яблок. Я думаю даже то, что мы их, скорее всего, не добудем. И нам придется просто ждать час, да, когда вылупится этот дракон. Да нет, еще сейчас добудем, конечно. Там, возможно, мы чуть-чуть подождем, а чуть-чуть добудем, а чуть-чуть купим. Может, кстати, купить можно их просто. Слушай, пойдем просто глянем на самом деле, да. Посмотрю, что там есть по еде у нас у торговцев. Так, смотрим, волчок. Ну, ребят, не-не-не, это волчок не самый красивый. Были красивее волчки. Не-не, ребят, это самое обычное. Это не очень красивый, скорее всего, этого дракона я не буду любить. Ну, хотя не, почему? Буду любить, как и всех остальных. Но вот это мой любимчик. Это просто, это моя золушка, это моя фея, это мой ушастый хорек. Так, что у нас тут по еде? Ага, а где еда-то продается вообще, я чуть не понимаю. Сейчас я поем и покажу тебе, секунду. Так. Все, я поел торт, лечу к тебе, добрый. Сейчас я покажу, где там еда продается. Я там спец, уже все знаю. Жалко, конечно, жалко. А как нам добывать? Может быть, здесь увеличен лут? Ну, точнее, просто выпадение яблочек. Да, тут реально нету. Это большая проблема. Это реально биг проблема. Тут еще деревьев нету нормальных, с которых падает то самое заветное яблочко. Тут все тропические. Я даже не знаю, добрый, что нам и делать. Не знаю, лучше пресс покачаю. Да все, хватит. Ну что, получается, мы тогда оставляем этого дракона на час или на два, сколько он там выращивается? Не знаю, около того. Возможно, мы даже не сможем вырастить его в этой серии. Скорее всего, у нас Силва. Это очень большой шанс, то что... Стой, это может быть не Силва, вообще нифига. Это может быть Тигр. Не-не-не, это Силва. Точно Силва. Он же на дереве, это значит Силва по-любому. А Тигри? Ну Тигри, он видишь оранжевый, а яйцо у нас зеленое. Понял, ладно. Поэтому нам надо где-то найти 50 яблок. А где это сделать, я, если честно, понятия не имею. Слушай, а нам осталось-то всего вот этого. Да, еще много кабанов, спокойно. Ну да, еще половина примерно около того, да. Но, если честно, я даже не знаю, где их найти, потому что острова-то у нас почти закончились. Где эти драконы-то? Пойду-ка сделаю облет. На самом деле ты прав. На Снежном мы были, в замке. На Вулканическом мы тоже были. Дальше идет большое дерево, которое мы случайно сожгли. И вон там вроде идет песчаный. Да, все верно, там песчаный остров. Оттуда моя... У меня дракон, вот. И вон там еще, да, вижу его. Небесный остров, откуда тоже небесный дракон, он у доброго. Так, получается, куда нам лететь-то дальше? Я даже и понятия не имею. Не знаю, добрый, ща проверим. Смотри, а, знаешь, что нашел? Что? Я нашел храм подводный, возможно, там есть водный дракон. Кстати, неплохо. Надо туда, да, будет сходить по-любому. Че, проверим? Ай! Что? Я упал. Мой дракон, взлетай, родной, взлетай! Повезло, что дракон умеет летать под водой. Я упал прямо на храм, я случайно. Кстати, мы с тобой на этой не были, на терракоте. Как это? Терракота это пустынный, мы там были. А, да? А мы там все исследовали-то? Да, там пирамида была, мы ее пронюхали, хорошо. О, я тут в обычный мир прилетел, тут портал, недостроенный в ад. Деревня. Интересно. Я, кстати, прилетел на Терракотный остров, и тут прям дофига так сундуков, я бы сказал. Очень много. Да, что там? Реально много? Прям да, и довольно много денег. Тут даже жители есть. Что-то у меня дракон подустал, а чего он не жжет-то ни с чем? А, во-во-во, зажег, нормально зажег. Подожди, тут какие-то... Квесты есть. Сейчас, я к тебе лечу. Слушай, я лечу. Погодите, вы, ребят, погодите. Я лечу к доброму. Где ты, добрый? Около пирамиды или вон где шатры? Где шатры? Давай быстрее сюда, кабанчик. У меня тут ящеры напали. Лечу, добрый, успокойся. У меня очень сильный дракон, он совсем разберется. Секунду. Нормально, нет, там жгет. Да что-то жгет, только не то. Сейчас сундуки все сгорят, подожди. Убери дракона. Он поджег меня. Я тут уже столько денег набрал, это вообще жесть. Фига тут сундуков, добрый, вообще жесть.
есть. Заброшенный какой-то склад, получается, денежный, или что это? Походу, да. Либо это лагерь этих ящеров. Ящеров тут вообще фигово туча, просто капец. Так, но деньги нам не нужны, в принципе, нам нужны яблочки. Да, нам нужны яблоки и еще возьми много тухлой вонючки. Потому что там есть дракон, по-моему, зомби, который тоже очень любит гнилую плоть. Поэтому, добрый, давай, забирай гнилую плоть, чтобы там потом не искать, как тогда бегали, вот искали там полчаса. Так, большинство сундуков я уже облутал. Нормально ты пронюхал своим большим носом. Так, а что за тетя? Что за квест? Не знаю, она мне дала лопату. Вы получили каменная лопата. И что-то выкопать может надо? Слушай, давай покопаем. Может, сейчас зомби найдем вообще. О, тут какая-то еще деревня есть. Еще какая-то деревня? Кабан, тут очень-очень-очень много еды. Стой, погоди, я знаю. Секунду. Вот, возможно... Ой, я сейчас сдохну, у меня полсердца. Ай! Вы погибли. Ладно, ребята, это была шутка, кабан будет жить вечно. Все, добываем песок. Возможно, тетка просила вскопать именно этот песок, потому что, ну, он более-менее похож на тот песок, который нужно вскопать. О! О! Добрый, скорее сюда! Сейчас, подожди, у меня битва очень ожесточенная с ящерами. Иду. Я почему-то не могу ломать этот блок. О, яйцо, скрытое яйцо! Той фурии, которую ты хотел! Да, вот оно! Стой, сейчас покушаю быстренько. Ты хотел этого дракона? Кто этот дракон? Подожди. Сейчас, это какой-то секретный. Вау! Да, я этого именно и хотел. У него пирсинг или что это? У него уши проколоты, добрый. Ты посмотри наверх, как красиво. Так, все, как забрать тебя, как взять? Да, блин, ящеры. А, кабан, надо немножко подраться тут. Все, я выбрался. Отлично, блин, кабан, нам надо быстрее. А, я опять упал туда же. Надо быстрее улетать отсюда. Я сваливаю. Короче, ребят, делаем вывод. Смотрите, есть скрытые яйца. Да, и они от квестов выполняются, только находятся. Яйца скрытые в песках. То есть, мы сейчас будем обнюхивать все в этом мире. Где могут быть спрятаны еще вот такие вот крутые редкие яйца. Ну, вот это яйцо, оно реально, посмотрите, оно отличается от остальных тем, что оно такое красивое. Значит что, кабанчик, на каждом острове есть по 2 яйца, я думаю. То есть нам нужно обнюхать сейчас по новой все острова, потому что в некоторых островах мы просто даже не залетали в деревни, а просто шли куда-нибудь в пещеру и там находили яйцо. Ну, кстати, добренький, возможно, ты прав, да. А, чё, мой вылупился уже? Ну, не мой, а уже общий, у нас их... Да, ты был прав. Фига, он, кстати, смешной, он очень милый. Ребят, посмотрите, какой миленький. Он прям такой милашка. Блин, как бы его назвать? Назовем его Большая Хрюмпалка. Напишите в комментариях, потому что он с хрюмпалками уже мне надоел, реально. Не, ну ты посмотри, как он большой. У нас тут каждое животное, то хрюмпалка, то хрюмпалка, то хрюшка, то говнюшка. Добрый, ты готов? Смотри. Ну-ка. Ай! Тихо, зомбики, отойдите от моего яйца. Слушай, это очень красиво тоже, очень красиво. Он, конечно, не будет, скорее всего, светиться, как твой, но он сам по себе должен быть красивый. Да, блин, он реально очень классный. Сейчас еще, если сильнее можно... Вообще. Ребята, очень красиво. Так, получается что? А второе-то яйцо ты уже вылупил? Да, какое в смысле? Которое мы нашли-то на... Да, а, вот он, малыш, спрятался. Добыча 2. Блин, ну это полная хрень. Так, я бы сделал бы... Че, у меня вообще что по броне-то? У меня... А, у меня все железное. Так, у нас есть лазурит вообще дома? У меня ур... Да, 51, 49 штук, да. Вот еще тут 6. Я бы просто бы сделал что-нибудь алмазный, зачаровал бы. У меня 30 уровень, если честно. А я просто сейчас меч на добычу зачарую и все. Блин, что, реально меч на добычу зачаровывать? Мне как-то вообще не хочется. Ну и зачарую, я пойду броню себе сделаю, алмазную зачарую тогда. Добыча 2, отбрасывание 2. То есть я смогу отбрасывать теперь этих вонючек, ящеров этих дебильных. А, нифига себе. Так, я хочу зачаровать свою алмазную кирасу и защита от снарядов 4. Это полная срань. Какие еще снаряды, добрый? Ладно, вдруг все-таки будет финальная битва с огромным, толстым, невероятно жирным драконом. Что у тебя там? Так я это, зачаровал, короче, на 30 уровень свой меч, а у меня 27. Так это Bedrock Edition, он как-то вообще странно работает, если честно. Мы снимали ролик для Доброго про гладиаторов. Там я тоже точился и тоже был в шоке, то что уровень сохраняется. Я не понимаю, почему так, но, ребят, видимо, здесь так, и это очень классно, это очень легко. И, кстати, тут крипер...
И, кстати, ребята, это, ну, вы на мой-то канал переходите, тоже подписывайтесь. Там ролик каждый день выходит. Так, я уже не могу, я уже очень хочу. А, так давай посмотрим сразу тогда, что надо для этого дракона, потому что я не помню. А, нет, я помню, да. Что там надо? Там надо 50 золота. Ой, что, не, вы реально, что ли? О, так у нас оно есть. А, у нас 26 золотых слитков, 21 руда, еще там этих, самородков. Жестко, слушай, я вот еще понял, вот одну простую, жирную, толстую истину. А, помнишь дядя, который хочет 50 обсидиана? Я про дракона сейчас говорю, который питается обсидианом. Да. Вот, возможно, это дракон, который находится в самом конце, то есть рядом с финальным боссом. Это ты про что? Это ты про кого говоришь? Я про самого жесткого, который справа снизу в таблице драконов находится. Ты думаешь, он в Энде? Ну а вдруг? 50 обсидиана, это так-то жестко. Хотя, может быть, он на острове Пупка. Вон Пупок, а вон остров. Может быть, он в той деревне. Фиг знает. У нас вообще есть что-нибудь такое, типа, что я хотел-то вообще забыл. Я тогда слетаю на остров Пупка и проверим, что там у него есть еще. Вон в той деревне. Возможно, там реально есть квест, и, возможно, я ошибаюсь, то, что в Энде находится дракон. Сейчас мы проверим. Тут очень-очень большое количество ящеров. И они реально большого размера. Тут еще големы эти ходят толстые. На самом деле, я бы слез бы с дракона бы и раскатал бы их всех, но зачем, если есть дракон? Сейчас, подожди, кабанчик, я своего выращу и прилечу к тебе на помощь. А, ну давай, конечно. Не, мне, если честно, помощь тут не очень нужна, но я тебя подожду. Слушай, тут вообще никакого бота нету, вообще никакого бота, который хочет сказать, что вот здесь вот лопата, на, копайте, возможно, там дракон. Такого тут нету почему-то. Значит, не тут, я смотрю, возможно. У нас к дому подошел осел и маленький ос. Добрый, сожри их. В смысле? Или будь аккуратен, где-то рядом бродит Шрек. А вот это вот уже опасно. Тут реально я бы задумался. Опа! Так, ребята, ребят, секунду. Ребята, секундочку. Я, возможно, нашел кое-что очень крутое. Так, я нашел! Да, погодите, сейчас я еще не нашел. Сейчас я проберу, сейчас я поем еще, сейчас. Ну, кабан, урожай уже. Огромную пещеру с големами. И, возможно, в конце будет супер классное яйцо, потому что это вообще-то големы, они очень сильные, как вы сейчас видели. Кабанчик, тогда подожди, один туда, один не совайся туда, я сейчас уже прилечу. Хорошо, я сейчас убью парочку и, в принципе, буду просто ждать тебя. А, им наплевать на лаву. А, они летают в лаве. Ну, это неплохо, конечно, ребят. Чё, в сундуке? А, много коинов, спасибо. Блин, господи, их очень много, всё. Я выбираюсь, жду доброго тогда. Всё, кабан, я начинаю кормить своего дракона. Да, он кушает золото, причём очень-таки быстро. Добрый, выкорми его, чтобы пришел большой такой толстый жирный дракон и всех тут убил. Потому что я сейчас дрался с этими ящерами, мне пришлось даже сесть на дракона. Я думаю, я сейчас найду еще жестче даже, чем вот этот, который сейчас у меня. И, возможно, добрый нам придется копать 50 обсидиана. Я лечу к тебе, кабанчик. Я тут с драконом трюк новый выучил, очень классный. На самом деле, у меня очень фановый дракон. Я, конечно, немножко другого ожидал от него. У него очень маленькие крылышки. О, ребята... Я сплю на драконе. Смотрите, можно на нем лежать. У-ху. Вот так вот крутиться. Ю-ху. Все, я уже вижу, так сказать, вулкан. Уже облетаю его. Так, а где ты? Ты, получается, сзади, да? Да, вот прям сзади. Тут рядом есть небольшие башни. Так, я прямо у пещеры. Какой? Тебе назад, которая пупок. Я назад, да. О, во, кабан, я вижу тебя. Тебе в другую пещеру, вот в эту. А, в другую? Так там еще есть пещера, там, походу, дофига их. Возможно. Слушай, я надеюсь, то, что вот именно в этой будет яйцо, потому что она выглядит вот как вот очень сложное испытание, потому что там много големов и очень большой проход. Возможно, я говорю, там в конце будет большое, крутое, вкусное яичко всмятку. Пойдем. Так, ты слез, получается, дракона. Ну, конечно, там на нем не залететь. Давай сюда, иди быстрее. У меня тут проблемы уже. Я иду, тут проблема прямо на входе, тут дофига ящеров. Да, я с ними там дрался, даже 29-й обратно уровень апнул. Иду, опа, големчики. Я дальше еще не был. Так, возможно, там дальше опасность. О, ты меч зачаровал? Ребята, огромный реально проход. Я очень надеюсь, что там будет новый дракон. Это было бы классно. Так, сейчас проверим.
Очень красиво, очень красиво, очень красиво, очень красиво. Вообще просто мега красиво. А, слушай, знаешь, какого я еще хочу дракона себе? А, какого? Я хочу дракона Тигриса. А, ты Тигриса хочешь? Он прикольный, он на тигра похож. А вот я хочу последнего вот этого, где обсидиан надо. Только как тут спуститься? Тут, видите, ребят, обсидиан кругом обставлен, возможно, но есть шанс, то, что он будет здесь. Либо все-таки в краю. Так, все, я спрыгнул, короче, надеюсь, я не умру. Придется последний тортик залутать. Очень как-то быстро исчезает еда прям максимально. Давай схомячим его. Давай, давай, я спускаюсь все ниже, просто беги, просто очень огромный данж, вы посмотрите, я все еще бегу, и тут очень много таких, да, дракон, в конце дракон, яйцо, я вижу решетку. Хорош, хорош, кабанчик. Так, одного убил, второй, и второго убил, прорываемся к своему дракону, родной, я иду, жди меня. Вау, это реально он, это очень похоже на него. Ты вниз спустился, кабанчик, прям глубоко, да? Очень глубоко вниз, я не знаю, как я буду подниматься обратно наверх. Вы посмотрите, какой красивый. У него текстура не обсидиановая, но у него он очень... Он просто... Он мега звезд... Вау! Вау, красиво, реально. Все, добрый, добываем 50 обсидиана. Вообще, кстати, там за 20 монеток можно покупать один обсидиан. У нас там сколько? Не знаю. Но все, добываем. Стага 3 где-то. О, так это очень мало. Но я думаю, каждый по 20-очке должен выкопать. Подожди, ты уверен, что это обсидиановый? Точно обсидиановый? Слушай, ну ты на мою спину посмотри, очень похоже, по-моему. Но он красивый, конечно, да, красивенький такой. Это не Тигри, это не Петрикс, это не точно зомби. Скорее всего, я говорю, это последний, который жрет обсидиан, потому что тут еще кругом обсидиан. Возможно, ладно, тогда добываем. А, слушай, возможно, это углевый, который уголь хочет, 50 угля. Не, навряд ли здесь углевый. Ну да, больше похоже на очень-очень жесткого финального дракона. В принципе, я предлагаю, что мы тогда накопаем 50 обсидиана и вернемся. Да, и будем выращивать нашего нового, вкусного, красивого дракона. Ю-ху! Так, ребятки, я добыл 25 обсидиана. Добрый тоже, наверное, около того значения. Ага, и все. И я уже начинаю немножко подниматься вверх. Так, все, 25, отлично. Все, я бегу. Прекрасно, спасибо, добрый, что помог добыть. Ай, я упал. Добрый, ну аккуратнее, господи. Кушай, 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 нажирайся, добрый. Все, отлично, мы уже вышли на знакомое нам более-менее место. Тут уже все понятно, тут арты у нас просто стоят уже, да, мы тут все уже прошарили. Здесь поднимаемся наверх, и все, мы на свободе. Так, скорее несем сюда. Вау, очень красиво. Начинаем. Вау, жёстенько. Ребят, посмотрите, какой тут большой спектр цветов. Просто море цветов. Интересненько. А, ну, слушай, твой какой-то... Ну, это тупо дракон-мажор. Видишь, он тоже, как и я, в золоте. Ну, кстати, да, слушай, у него реально цепи, как у тебя. Да, блин, откуда этот вонючий лучник? Как он вообще посмел? У нас тут 10 драконов. Что-то драконы не особо охраняют. Да, что-то сидят на жопе ровно. Вот это вообще особенно, просто на жопе сидит отдыхает. Оп, не понял, жопу тебе показал. Кстати, мы даже забыли про нашего этого. Вот его. Как он тут миленький-то вырастает. Ну, он просит слишком многого, ребят. Даже проще, вот вы сами понимаете, проще добыть 50 обсидиана, чем 50, мать его, яблок. 50 яблок, это реально, это просто, это, ну, часа два копания дерева. Тут причем деревья такие, ребят, вы видите, они очень высокие. То есть, чтобы, ну, не получится, как в обычном Майнкрафте, просто посрубать дерево и будут сами яблочки падать. Так не получится, они тут очень большие. Давай, расти скорее, ну быстрее, ну расти, господи, ну давай, пожалуйста, вырасти. Я очень хочу тебя уже покормить обсидианом. Я надеюсь, очень надеюсь, что это он. Я сейчас пойду слетаю, посмотрю точно по текстуре. Ну, я думаю, это он. Ну, очень похоже на него. О, он растет либо 2 часа, либо 50 обсидиана. 2 часа. Кстати, твой тоже жесткий. Твой тоже 2 часа, либо 50 золота. Ну да, это элита такая вот, по 2 часа, которые растут. Это прям самое лучшее. Нет, это не он, это драк. Драгула! У нас драгулы же не было! Блин, я тоже драгулу хотел. Ну ладно, это будет... А-а-а, это проблема!
А что там надо? Возможно, это реально Драгула, а Драгула хочет 50 мяса. Гнилого? Нет, просто 50 мяса. Интересненько. Кстати, на Драгулу тоже похоже, да. Я тоже об этом думал. Это, возможно, Драгула. Блин. Ладно, ребят, давайте немножко пробежимся по нашей коллекции драконов. У нас есть... Первый. Чё? Не первый, господи, это небесный. Магнус, Фурия, получается. Так, раз, два, три. Три типа у нас уже. Четвертый ледяной. Пятый с сережкой. Шестой выращивается. Силва, седьмая сидит. Восьмой первый. Девятый мумия. И девять. У нас получается 9 видов драконов. А вот этого посчитал маленького. Вау! Вау! Стой! Куда ты? Стой! Стойте сюда! Все, это Драгула. Черт. Нет, это не Драгула. Отлично! Это нет? Это твой? Да! Он жрет обсидиан! Вообще прекрасно. Все, у меня больше нету. Добрый. Да-да-да. Он растет, 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 растет. Офигеть! Он в шипах, он в шипах. Он очень классный. Вау, жесть. Ну-ка, огонь посмотреть. Вот сюда отлечу даже специально. Смотри, он жесткий, ребята. Посмотрите. У него, смотри, на груди, смотри, что у него. Ну он прям такой бронированный кабан, я бы сказал. Что, он вообще жесткий. Вау, черный огонь, прям под тебя. Ребята, это... Вау, у меня нет эмоций, это очень красиво. Не, это... Слушай, ты очень классный. Ты машина. Ты лучше. Мне еще и остальные, в принципе, нравятся. Магнус, но они, слушай, они все индивидуальные. По-своему, все мне нравятся. Ну да. Блин, вот у него грудак смешной, блин. Так это самый, можно сказать, финальный. Ну да, ресурс такой, кстати, обсидиан жесткий очень. Хотя, не знаю, кстати, дракон, Дракула, возможно, и будет и жестче. Да и тигрис такой должен быть очень классный. Надо найти, короче, всех драконов, потом сравнить их. Вот, а на этом, я думаю, серия подходит к концу, ребяточки. Не забываем ставить лайки, подписываться на этот канал, на канал Доброго. Все ссылочки будут, как всегда, где, в описании и в закрепленном комментарии. Всем пока и большого. И всем добра. Большого толкана. Вот он стоит, какой большой толкан. Всем пока. Всем хрю, с вами Бига Хрю. Всем добра, с вами Добрый. И сегодня, ребята, мы продолжаем выживать на этом острове, где у нас, ребята, посмотрите уже сколько драконов. Да, уже штучек, кстати, вроде бы 10 разных видов. И в последнем ролике мы выбили мега классного, крутого, большого дракона. Вот он, вот так вот он выглядит. Он реально, ребят, мега классный. Если кто-то не видел, обязательно посмотрите предыдущую серию. И вы просто иначе ничего не поймете. А сейчас я покажу вам его огонь. Он очень красивый, просто мега красивый огонь. Ладно, о чем мы все о моем драконе, Добрый? Давай о твоем. О моем, да? Мы его вроде, кстати, тоже в прошлой серии только сделали, или нет? Да, в прошлой серии. Вот, этот у меня дракончик, он жрет золото, он такой мажор среди драконов, а у кабана жрет обсидиан. И также кабан у нас прямо сейчас вырос еще один дракон, который должен был жрать яблоки, но мы ему не давали жрать яблоки, потому что их очень сложно выбивать. И я сейчас даже полетаю на нем. Интересно. Ну-ка, вау, он быстрый. Ну-ка, покажи его огонь, Добрый. Огонь. Сейчас покажу. Интересно, я, конечно, не такое немножко ожидал. Такой уже, по-моему, был, если честно. Ну, кстати, да. Ну ладно, все равно прикольный. Вот такие ноги длинные, вот этот, как лошадь с крыльями большая. Так. Кстати, я, по-моему, даже не смотрел, какой у этого дракона огонь. Так, давай. О, смотри, тоже красивый очень. Это очень красиво, вау. Так, получается, у нас что осталось? У нас остался тигрис, остался Дракула и еще какой-то. Ну и там какой-то... Претрикс или Птерикс, который такой фиолетово-синий или сине-фиолетово-голубой, вот такой. Получается 3 дракона, да, и все. А, нет, еще который углевый. Получается 4 дракона нам. Так, ну тогда, кабанчик, у нас еще полно работы. Я предлагаю обследовать наш этот вот основной остров, потому что мы его так чисто пробежали чуть-чуть, сделали тут дом, но сам и не обыскивали внутри-то.
острова. Возможно. Слушай, давай, не знаю, отправимся в замок, который находится на краю нашего острова. Замок. Давай, короче, там башня какая-то была. Я ее вроде где-то видел. Сейчас я сделаю чанков побольше, а то не вижу ничего. Так, с замком все понятно, в принципе. На замке мы уже вроде были. Но там была какая-то интересная башня. Я туда, наверное, слетаю сейчас. Да я вот тоже туда лечу. Что-то только мне дракон лагает как-то немножко. Он подергивается, непонятно почему. Так, ну и что, вот я в этой башне. Ты уверен, что здесь может быть вообще что-то есть? Вообще нет. Ну давай проверим тогда. Ну интересная башня, зачем она тогда тут вообще сидит? Ну башня реально красивая. Тут какая-то статуя стоит непонятная. Вау, тут звезда Энда. А, это типа большой телескоп такой. Понял. Телескоп? Да, да это просто ученая башня, учебная. Или это... Астрономы тут сидят, на звезды смотрят. А, и там получается нет дракона, да? Яйца нет? Нет, там нужно идти в какое-то другое место. Чё, подожди, нашёл, подожди. Тут на лестнице стоит чел какой-то. Может, у него квест есть? Не, это обсерватория просто, тут вообще ничего нету. А, он говорит, очень много ступеней, говорит, я не могу забраться. Сложно идти. Может быть, есть какая-нибудь пещера на нашем острове? Да-да, по-любому должна быть. Как, которую мы еще не видели. Чё с твоим драконом? Ну-ка, не подводи меня. Тут в сундуках мещенки. Добрый, сожри их. Конечно, сожру. Походу, да, в этой башне ничего интересного нет. А, нет, тут еще есть какая-то... Я вот тут облетал все, и что-то вообще, слушай, ни пещеры, ничего, одни дома, и у меня дракон что-то реально приболело. А что с тобой, братан? Слушай, у нас Углевый по списку идет первый. Значит, очевидно, что он должен быть где-то на первом острове. Это логично. Почему мы сразу не догадались об этом? Ну, потому что мы не особо хотели Углевого дракона. Ну да, согласен. Блин, я все облетел. Походу, он все-таки в замке в этом. Ты на первом этаже был замком? А, на первом этаже замка не было, если честно, я, вроде бы. Хотя, может, и был. Пора проверить, что там у нас. Тут вообще по кайфу, слушай, тут какая-то пивоварня, что ли, или что это вообще? Кто? Ну тут прям бочки какие-то стоят. Ничего себе, ладно, сейчас прилечу, кабанчик. Прикольно. Так, не, слушай, надо обнюхать весь этот замок. Арбузы. Обнюхивать его не надо, надо поискать там яйцо, кабан. А, это разные вещи. Ну да, замок обнюхивать ты, ну, долго будешь, мне кажется. Не, походу реально в замке ничего нету. Я нашел яйцо. Иди сюда. Она его сперла. И хочешь продать нам за стак изумрудов. Стак изумрудов? Это реально он, Кланг. Стак изумрудов. Она что, вообще офигела? Где мы возьмем стак изумрудов? Если честно, вообще без понятия. Это проблема. Это большая проблема. Нам придется, наверное, я не знаю, тут же все должно покупаться за драгонкоины. Какие изумруды еще? Какие еще изумруды, да. Какая-то фигня. Ладно, давай отправимся в подводный храм, который я видел. Подожди, у меня дракоша приболел немножко. Да у меня он что-то тоже подергивается вообще прям хорошо, так я не знаю, в чем причина, но... У нас реально заболели драконы. Может быть. Чёрт, а как их вылечить-то вообще, непонятно. И где храм? Долго еще лететь, мне кажется, он меня долго не протянет. Посередине моря особенно. Да вообще игра странно прогружается, ты посмотри. Вокруг меня полная чернота, тьма. Да вокруг меня тоже. Что за бред вообще сегодня, ладно. Даже не улетай так быстро. Чё, нашел храм? Да слушай, где-то здесь он должен быть. Не, мой дракон сломался, он про... Что с тобой, братан? Что с тобой, братан? Что с тобой? Я не знаю, кабанчик, как мы это, ну, найдем. Может, зря бы это все. Может, надо было изумрудики поискать лучше. Короче, я не знаю, куда я сейчас полечу, но я лучше полечу домой. Наболевать-то этот храм. Мы с драконом на дно, кстати, пошли. Я не знаю, сможем ли мы подняться обратно. Я вот тоже не факт, что долечу до дома. Ребят, мы смогли вернуться домой, и у нас, немного подождя, все, в общем-то, вернулось. Никто больше не лагает, никто не умирает, мир нормально прогружается, и теперь мы способны найти подводный храм. Погнали, добрый. Но мне реально кажется то, что он около небесного острова. Ну, я тогда его видел. Да, вон он, вон, я вижу его. Как мы его не заметили? Ну, потому что там ничего не видно было. Во, отлично. Давай тогда на тот маленький островочек посадим наших драконов и пойдем исследовать.
глубины. Я думаю, там должен быть дракон, который, по крайней мере, быстро плавает под водой. Ну, было бы прикольно, если бы такой был. Серьезно, так думаешь? Да. А мне кажется, там, как обычно, ничего нету, и только несколько блоков золота. Может быть. Вау! Тут что, древняя цивилизация, что когда-то была? Какие-то дома там стоят песчаные? Они мне просто кажутся, господи. А, не-не, все мне показалось. Все, ладно, погнали. Я сейчас задохнусь? Нет! Фу. Добрый, кстати, как с водой будем бороться? У нас проблема просто была сейчас. Да, если честно. В обычном Майнкрафте я знал бы, но здесь без понятия. У тебя есть блоки, да? Может, мы с блоками что-нибудь придумаем сейчас? Давай просто быстренько сейчас спустимся вот сюда. Вот я просто спущусь, посмотрю. Нет, тут, скорее всего, ничего нету. В смысле ничего нету? Ну, никакого яйца, ничего, тут просто опять фигня. Добрый, я не знаю, слушай, как там это, от воды оградиться? Я не знаю, как мне выжить, кабан, я сейчас потому что нормально так умру. Не, кабан, я тут просто смотрю, сейчас попробую раскопать вот это вот, не знаю, что это, но тут нет вообще ничего. Тут ни намека на драконов вообще нет. Ты уверен, что нету дракона? Слушай, может он просто в центре вместо золотого кубика или как? Да я думаю, вообще там ничего нету. Я думаю, просто зря сюда прилетели, а нам сейчас надо искать дракона где-то в других островах. Ладно, добрый, ты был прав. Поплыли отсюда. Полетели, какие поплыли? Чё, я уже на драконе. Вот, ребят, самое сложное, когда вроде ты все уже исследовал, в принципе, все места знаешь, но нужно найти еще парочку маленьких драконов. И вот где их искать? Это самое сложное. Ты точно все нормально там облетел на нашем основном острове? Так мы же нашли это. То, что баба продает яйцо. А, да, точно. Так надо изумруды просто тогда искать сейчас. Стак? Да не, это, я не знаю, будем ли мы вообще этим заниматься? Блин, я упал с дракона. Пойдем найдем тигрис. Тигрис найдем. Я комментарий читал, что ребята говорят, что он на том острове, где мы дерево спалили. А, да? Ну слушай, на самом деле мы так себе его исследовали, потому что там была еще какая-то деревня. Я сейчас хочу сгонять до нашего города и посмотреть, сколько у нас там изумрудов вообще дома. Да, наверное, ноль. Ой, что, спавнер? Так, быстрее сломать. Возможно, в городе есть какие-то торговцы, которые могут, ну, очень быстро дать нам просто много изумрудов. Слушай, возможно, может быть, ты прав. Сгоняй быстренько, только очень быстренько. Я тут пока разберусь со всем. Может быть, сейчас тут яйцо найду. По крайней мере, нашел много денег. Ой, так слушай, может, там за коины можно изумруды покупать? Точно. Кстати, ты прав. У нас там стагов 5, наверное, коинов. Да если не стагов 5, их набить вообще легко. Неплохо я так залутал кораблик потонувший. Тут много мяса было. Чё-то пока драконом вообще не пахнет. У тебя там говниной пахнет? Да у меня тут не только пахнет. Но есть и хорошие новости. Изумруды можно купить. За сколько, добрый? Один изумруд 10 коинов. Один изумруд 10 коинов. То есть нам нужно 10 стагов коинов. Это много очень, добрый, у нас только нету. Опа, так, что это такое? О! Так. Ля, яблоки, огромные толстые яблоки. Так, кушаем яблочко. Слушай, я нашел какое-то это заброшенное дом дерева. Может, тут яйцо заброшенное сейчас будет лежать тигриса, например, а? Блин, тигриса было бы хорошо, я очень хочу. Пожалуйста, яйцо тигриса, пожалуйста. Нет, тут нет яйца тигриса, очень жаль. Ты на острове с деревом большим? Да, я тут его бегаю и следую. Потому что он очень сложный, он джунглевый. И пролетая на драконе, ты просто пропускаешь все, что находится под деревьями. А я тогда посчитаю, сколько у нас тут денег вообще. Давай, посчитай и прилетай ко мне. Я пока все еще полетаю, поисследую здесь. Не знаю, пока очень странный ролик получается максимально. Что-то вначале жесткие какие-то проблемы были. Сейчас просто что-то исследуем. Но вот такие вот приколы, да. Очень сложно будет найти последних драконов, но мы реально с добрым постараемся. У нас 5 стагов и 25 коинов. Но есть 10 изумрудов, кстати. А, уже 10 есть? 10 есть, да. Это очень хорошо, возможно, нам может и хватит, если все... Вау, стоп, нашел пещеру большую. Огромная, толстая, жирная пещера, так. Сейчас пролечу, кабан, подожди. Офигеть, это что такое? Это что за угольная стена, ребята? Там уголь? Да там вообще жесть, тут просто это... Я такой залежи никогда в жизни угля не видел. Так, я тоже вижу какую-то пещеру. Так, все, иду. Так, ничего себе, у тебя дракон рычит, конечно. Это мой большой пердун. Интересненькая пещерка такая. Что?
Так надо вскопать. Потом, добрый, у нас дракон этот, который уголь жрет. Светящийся блок, значит. Он должен быть здесь по-любому. Опа, сундук. Блин, опять монеты. Ну ладно, монет, да просто монетки. Нужны, нужны монеты, собирай все. Добрый, мы вот в эту развилку еще не ходили, пойдем сюда. А, точно, там же еще есть развилка. Так, так, тут заканчивается, да, пещера? Да или нет, я чуть не понимаю, да. Да, дом, меня к дому привело. Ладно, слушайте, давайте сначала сходим вниз. Так, подожди, тут скоробеи? А что они тут делают? Не знаю, так, ладно, тут ничего. Что за бред, где нам брать дракона-то, господи, ребята? Это что? Подожди, а что тут? Подожди, да, тут продолжение пещеры. Это пещера не драконья. Ну да, возможно, это просто реально обычная пещера. Да, да. Ну, блин, на самом деле, здесь тоже можно покопать землю. Может, там что-то будет дальше? Да, пещера дальше идет здесь. Серьезно? Ой, 3 изумруда. Четыре изумруда. 5 изумрудов. Отлично, кабанчик. Нет, тут ничего нету. А что? А, это, о, господи, напугало. Так, у тебя там появилось что-нибудь? Нашел что-нибудь? Пещера максимально интересная. Я такого еще не видел в обычном Майнкрафте. Ну, генерация очень странная, да. Так, у меня 3 изумрудика. Неплохо. Что-то наверх еще ведет. Что это вообще за катакомбы-то? Неужели это все совпадение, что из пещеры в пещеру там входы переходят так? Блин, походу совпадение. Я только знаю, что тут очень много изумрудов. Прям дофига. У меня уже 8 штук. Мы тут, возможно, сейчас накопаем просто и купим углевого дракона. Возможно, кстати. Было бы тоже неплохо. У тебя 8, у меня 6. У нас там 10, и у нас много денег. Возможно, кстати, мы можем просто идти покупать дракона уже углевого. Что-то я не знаю, мы будем тигриса искать и остальных ребят. Сейчас, кстати, я пролечусь, да, на своем драконе. Я не знаю только, как мы выберемся отсюда. Ладно, это, видимо, надолго, поэтому мы вернемся, как выберемся. Все, добрый, где ты там? Погнали. Я тут исследую дома, которые рядом стоят. Монетки есть или изумруды, не знаю, пока вроде ничего. Ну, несколько монеток нашел в сундуках. И, что? Тут решетка от яйца, кабан. Да? Ты нашел? О! Но яйца нету. Или оно есть, оно невидимое, что ли? А, пчела прилетела. Меня пчела в сальтухе ударила, что за бред? Так, яйцо, иди сюда. Так, слушай, яйца реально нету. Нет, я ничего не взял. А где яйцо? Ты взял? Я взял? По-моему, нет. Ну, я видел эффект, когда берется яичко. Я что-то ничего не понимаю вообще. У тебя есть справа эффект, то, что на тебе что-то есть? А, нету? Ну, я видел такой рисунок. Это когда вот ты берешь яйцо, там такой рисунок накладывается. Ну, так, такая радуга летит. Это я понимаю, но в чем прикол? А вот оно, подожди. Вот оно опять, видишь, упало. Что это? Я не знаю. Да нет, это, наверное, эффект от яйца, но его надо как-то взять. А почему оно невидимое вообще? Что за приколы? А может попробовать как-нибудь этот, сгонять до нашего дома, взять там кристалл, прилететь сюда и просто потыкать здесь, и оно начнет светиться. Ты гений добрый, так у меня он есть здесь с собой. Я же никогда мусор не выкидываю, всегда здесь со мной. Эй, иди, да, добрый, помогай, тут какой-то бред вообще происходит, я не знаю, нехали. Вот он! Вот опять, что это такое? Что это? Ну, скорее всего, это от яйца. На, штучку тоже потыкай. У меня 4 штуки их. Ребята, напишите в комментариях, что вот опять, что это такое? Не знаю, приколы какие-то. Может, оно внизу? Не знаю, либо мы лохи тупые, либо я что-то не понимаю. И что-то монстров как-то много стало, что это фигня-то вообще? Ладно, пойдем просто углевого купим, я не знаю даже, что говорить тут. Что-то тигрис какой-то вообще странный убежал куда-то. Или может тут имеется в виду, что яйцо куда-то пропало, и оно вообще в другом месте? Скорее всего, да, то, что яйцо пропало, что яйцо кто-то спер, и нам его нужно найти. Но, типа, была одна пещера, в которой ничего нет. И где еще может быть яйцо, я даже не знаю. Ладно, погнали на наш остров. Добрый, ну где ты там? Я тебя уже заждался. Тут... Кабан, а ты где? Я на драконе, на остров готов. Сейчас прибегу. Кабан, помоги. Чего там? Ты пошутил, что ли? Ты что там? Что ты сделал, добрый? Кабан, я просто зашел, пчелы разозлились из-за того, что, типа, мы их срубили дерево, сожгли его. Добрый, ну что ты наделал? Я в воду спрыгнул, они вроде все отстали от меня. Они ко мне пристали, потому что я сжег всех. Они что-то очень злые, пойдем добьем их, а то, мне кажется, они нас не отпустят. Где хоть ты столько нашел-то, добрый? Да я в улей зашел. А что я такой быстрый, кстати? Что? Ничего себе. Может, яйцо на спине доброе, ну-ка. Да нет, вроде яйца. Я просто немножко метка хотел собрать. И пчелы что-то меня вообще жестко атаковали. Это что такое? Вонючий мед.
Нормально они мед начали делать, слушай. Это то, что я думаю, или... Что? Что? Почему у меня два яйца? Почему у меня яйца? Это что, пчелы яйца сперли, что ли, или что? Я не знаю, походу. Походу разозлились. Смотри, яйцо похоже на пчелу, и они думали, что это их друг, и они себе забрали яйцо. Не знаю, на пчелу не очень похоже, и, кстати, похоже на тигра, это тигрис. Добрый, ты хочешь мне помочь? У меня два яйца вообще-то. Да не, нормально. Почему я два яйца несу? Я не знаю, как ты вообще их взял. А почему я вообще два их? Одно-то взять, ну, иногда проблемно бывает, а ты два взял. Я не знаю, может, ты дюхнул яйца. Я бы их бы хрюпнул нормально бы, ладно, полетели бы. Но яйцо, кстати, ребят, очень красивое, на самом деле, с ушками такое, еще разноцветное, с полосочками. Дракон, наверное, тоже будет очень красивым. Красивым. В принципе, как мы его будем называть, вроде понятно. Просто тигрулька. Скидываем. Да, реально, два яйца. Это не прикол, это не баг. Ну, не знаю я, конечно, не знаю. Судить вам, красиво это или нет. Вроде эффектно, вроде красиво, а вроде бы и было лучше. Не знаю. Добрый, ты там где? Я вот подлетаю уже к дому, но я думаю сразу сбегать, посмотреть, что они хотят вообще жрать. Тигрис, по-моему, хочет мясо, ведь это тигрис. Ну, наверное, кстати, да. Блин, мясо тоже тяжело добывается. Не, добрый, подписчики в комментариях нам очень помогли. Знаешь, где мы можем взять очень много мяса? Где? В наших драконах. Ну, ты к дракону заходишь, а у него 32 мяса у дракона в инвентаре. О, неплохо. Кстати, ребята, спасибо, я и не заметил. Спасибо огромное. И нам просто хватит сейчас даже двух драконов выкормить. А они сами-то не умрут потом? По половинке забирай, я думаю, да? Ну, не знаю, вот такому боровичку я бы, конечно, бы еще бы мясо докинул. Не знаю, не проголодается ли он, но вот маг. Ну, вкусный. Надеюсь, ему будет нормально. Ой, господи, я у него слишком много забрал. У меня стак 16. У тебя стак 16. А надо сколько? Полтора стага у меня уже. Так, ну да, подожди тогда, нам хватит пока. Не хватит со всех драконов мясо собирать. Особенно с мумией, у него там вообще проблемы с мясом. На самом деле, да, сейчас вернем ей немножко. Чуть мяса вернем, вот столько, 19. Ей будет нормально. А, и на этом серия, я думаю, подходит к концу, ребяточки. Немножко сейчас покачаемся, и все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, в следующей серии будет новый дракон, еще найдем потом другого нового дракона, и, наверное, следующая серия, кстати, будет последней. Ну, я, конечно, не знаю, но большой шанс. Ладно, ребят, всем пока, и большого пресса, всем пока. Всем хрю, с вами Бига Хрю. Всем добра, с вами добрые ребята, и мы продолжаем выживать на карте с драконами. И в прошлой серии мы нашли вот таких вот дракончиков, где они? Куда они пропали, кабан? Я видел, что вот он сюда забурулился, но... Это что такое? Что там? Это кто такое? Это что такое? А что за канава? Что это такое-то? 2000 years later. А, ля какой. А, тигруля. У тебя есть мясо ведь, да? Да, у меня есть мясо. Так, полетели. Вау! Стой! Я какие попрыгунчики, да, маленькие. Ну, очень милые, конечно. А вот этот тоже не очень милый. Ребята, вы когда-нибудь видели такого дракона? Это вообще, это что? У нее даже усы есть. Вообще фановый. Добрый, вот твой, давай, сейчас твоего тоже докормлю. Да, потому что мясо кончилось у меня. Слушай, он даже это... Мурчит. Ля, очень классный. Он еще очень быстрый, кстати, по-моему. Или мне показалось, но бегает он именно. Не, слушай, он быстрый, он реально быстрый. Он даже быстро летает, при том, что я его не бью лопатой по голове. Да, он намного быстрее, слушай, намного. А бегает вообще, ты посмотри, он просто носится. Сейчас. Вау, ну слушай, мне тут сложно понять, бегает он или носится, или летает. Потому что вообще непонятно. Ну да, вроде бегает, кстати, быстро, реально. Блин, он такой смешной, кстати. Максимально не похож на дракона, а просто на какое-то издевательство над драконами. Авторам, видимо, было очень скучно уже доделать каких-то новых драконов и решили просто тигриса придумать. Да нет, это классно же, очень прикольно сделали. И сейчас, кабанчик, я предлагаю что сделать? Я предлагаю... Пресс качать! Нет, взять все наши изумруды, которые мы нафармили в прошлой серии, ну и деньги, за которые мы их купили, вот, и пойти купить углевого дракона. А, углевого дракона, у тебя сколько? У меня 6, было где-то еще много, кстати. У меня стак, я все купил.
Не понял. У тебя реально стак? Да, я, во-первых, в пещере много накопал. Там штук где-то 32. Тебе вообще не надо больше или что? Нет, все, у нас хватает. О, ладно. Все, окей, я свою 16 сюда закидываю. Ладно, погнали, купим. Посмотрим, как выглядит угливый дракон. Ребят, на самом деле, этот дракон находится в самой начальной локации. То есть, ну, вот буквально вот здесь вот на рынке. Вон там мы начали, он в городе. Здесь можно было его уже купить. Он питается углем, самым таким обычным ресурсом, которого много. Должен быть он как бы и не очень классным. Ну, посмотрим. Кстати, мы не смотрели, какой огонь у тигриса. Сейчас я проверю, секунду. Сейчас вот буквально вот на пирсе, чтобы вот так вот все красиво горит. Вау, вау, ребят, это очень красиво. Не, реально, это топ-3 огонь, топ-3, вот минимум, это очень красиво. Так, я что-то забыл, у кого тут надо покупать этого дракона-то? Я уже заблудился тут в этом городе. Это по... А, вот здесь вот, наверное, да-да-да, во, ну-ка, покупаем дракона и реально яйцо, походу, кабанчик, и реально яйцо. Так, все, берем, я его, наверное, ставить сейчас не буду, поставлю сразу у дома. Да, давай, пусть оно вырастает и поищем оставшихся. Блин, добрый, ты вообще своего наверх припарковал. Да какая разница, кабан? У нас же общие драконы все. Ну да, просто его сверху надо было доставать, а мой удобно стоял припаркованный. Ну ладно. Все, давай вот здесь вот рядом с туалетом будет вырастать наш новый дракон. Почему рядом с туалетом? Ну, он углем питается. Ну ладно, давай. Смотри, он похож на рюкзак. Ну да, походу он будет говнистый. Слушайте, это самый некрасивый. То 100% самый некрасивый огонь. Самый. Вот просто, ну, самый прям некрасивый. Ну, это просто черный. Да просто, почему некрасивый? Просто черный. Ну такой. Ну это уголь, как бы. Ну ты что ты от угля ожидаешь? Ну вот, допустим, вот этот вот мой такой вот. Помнишь, какой у него огонь был? Да помню. Они там из 6 палитров цветов у него огонь был, а тут просто... Ну, это просто такое. Ну, у тебя, кстати, много угля? У меня угля... Да, 34 штучки. О, у меня 29, отлично, нам хватит на прокормку. Прекрасно, добрый. Отлично, давай тогда, пока он там вылупляется, мы поищем оставшихся драконов. Давай, кстати, проверим по таблице нашей, кто там вообще остался у нас. Да, я, в принципе, помню, у нас остался Дракула и два дракона, которые вообще, типа, это, под водой где-то. Мы ни одного не нашли водяного еще. Два дракона? Ну, они питаются рыбой, поэтому логично, что они живут где-то в воде. А, слушай, я про Штурм Фалкон вообще забыл, что он нам нужен. Я даже его не озвучивал нигде. Получается, вот он остался и Терикс. И все? Два дракона? А, еще Дракула. Дракула! Три дракона. Вот Дракулу я вообще не представляю, где искать. Вот этот замок, который прямо рядом с нами, в который мы сначала пришли, в самой первой серии, он прям максимально, ну, подходит для Дракулы. Вот прям максимально. И знаешь, что я предлагаю? Мы, конечно-то, там все прошарили уже, все посмотрели, дракона там нет, но я предлагаю прийти туда ночью, потому что, ну, Дракула, это же вампир, и он только по ночам просыпается. Возможно, только ночью яйцо появляется. То есть ты предлагаешь отправиться ночью вот в этот темный страшный замок? Где, возможно, вампир? Да какой вампир? Там яйцо просто, наверное, лежит. Хотя, может, и вампир. Уже вечереет, и окей. Давай, я с тобой согласен. Пошли тогда покатаемся на наших тигрисах. Дождемся ночи. И, ну да, отправимся за Дракулой. Но нам еще нужно двух драконов найти. И я не знаю, на самом деле мы вроде бы все проверили. Все острова. Надо все места, которые есть на карте. Такие необычные деревни вот эти вот, которые на островах. Их надо все проверять. Поэтому я считаю, нужно... Сейчас прям вот все, что видишь, то и проверяешь. Я просто не знаю, он находится рядом с водой, и поэтому, возможно, там есть какое-то яйцо. Ну, типа рыбацкое. Давай посмотрим. О, чё, добрый, смотри, иди сюда. Чё, яйцо нашел? Нет, жестче. Да, тут, во-первых, очень жесткий интерьер, очень максимально жесткий. О, да, реально какой-то, как будто богатый челик живет. Так, ну-ка, ребят, погодите, вы видели в воде там было пятно огромное, желтое, светящееся? Сейчас мы проверим. А чё это, чё такое? Ты там пятно тоже увидел, да? Огромное. Они всегда были маленькими, но тут... Я смотри, там рыбы какие-то и еще утопленники. Там что-то интересное, подожди. Так ну-ка, погнали. Блин, очень много утопленников, подожди, аккуратней. У нее копье, у нее копье, добрый. У нас воздуха нет, ты что, решил бы реально с ними подраться, что ли? А, добрый, быстрее, сюда, быстрее, добрый. Я нашел, смотри, тут яйцо. Я не знаю, чье это, но Штормфалка или Птерикса, но тут яйцо.
Сзади! А мы такое не находили еще? Не, вроде бы нет, кстати. Давай просто тогда его возьмем. Как только это сделать, опять не берется. Блин, слушай, это очень классно. Я прям не ожидал, что мы так легко найдем. Я всплываю, все. Сомнешься тут с драконами, с этими. Так, опа, я взял. Ты там как, сражаешься вообще? Я поднялся, нет, я не сражаюсь. Я пошел дома опять осматривать. Хозяин пришел. Так, все, я яйцо взял. Сейчас попытаюсь как-то выплыть, но мне магма мешает. Че это такое? Под ковром дырка какая-то. Че это вообще такое? Блин, я сейчас умереть могу. Мне просто магма засасывает обратно. Так, ну-ка, в смысле? Да кто, блин, ты в пузырьки-то не падай. Все, нормально. Фу, мы че реально нашли подводного дракона? Походу, ну мы только одного нашли. Это что там за синий дым? Я не знаю, походу он и это. И указывал, что здесь может что-то есть, да. Возможно, подсказку давал. Так, все, мы, короче, летим сейчас. Начинаем выращивать его, и сразу пока ночь, идем за этот в замок. Реально, уже ночь, но я на самом деле бы спать бы просто лег. Как думаешь, огонек красивый у него, он красиво горит? Я, если честно, без понятия. Но если он водяной, он вообще должен водой стрелять, а не огнем. Ой, очень красиво. Это очень красиво. Очень красиво, ребят. Вот напишите в комментариях, нравится ли вам, но это может реально сравниться даже вот с моим угольком, вот этим вот большим черным толстым кровожадным кабаном. А вот это вот, ну это реально очень красиво. А где угольник, кстати? А, вот он летает. Смотри, кстати, он красивенький вроде. Кстати, он, ну, миленький, да, достаточно миленький. Слушай, он такой мордатенький еще. Давай его таким вообще оставим, чего? Хе-хе, да не, надо вырастить, чтобы пройти летсплей, надо всех вырастить. А, и где он? А, вот он. Опа! Лё какое! Он очень жирный, отдай мне! Капец, он жирный, ребята! Просто жирдяй! Он очень типотяжка такая прям. Проверь огонь, проверь. Да не, слушай, прикольно. Слушай, его можно вроде влюбить в себя еще, я так понимаю. Я угливый дракон. Так, все, полетели побыстрее полетели, пока ночь не закончилась. Я на нем поеду, он это жиром впитает весь дамаг, если там Дракула появится. У него такие крылья еще маленькие, вот такой толстый, хвостатый. Какой он жирный, ребята! Вы просто посмотрите, какой кабан большой. Так, ну и чё, и куда ты предлагаешь? Да, вот сюда вот просто куда-нибудь. Я ровно здесь уже и садился. Добрый, ты ровно это место копаешь, где я уже был. Я тут уже был, да, вот ровно вот в это место я и заходил в той серии. Смотри, я думаю, где-то, короче, на вершине он должен быть, но это же типа вампир. Не, ну вампиры арбузами питаются, это правильно вообще? О, череп, по-моему. Что, череп и цветочки? Какие-то травы какие-то, не знаю, может, книги какие-то, может, вампирские, без понятия. Слушай, тут голова дракона. Как это где? Вау. Может, там в камин? Может, там секрет какой-нибудь? Не знаю, попробуй. Там потайная комната. Или просто следующая комната. Что там за комната? Не знаю. Так, это лестница. Или спуск куда-то. Что это? Или вот еще куда? А, мы тут были, господи, что мы за придурки? Что-то пока я, кстати, ничего не вижу. Это на самом деле очень обидно. Наверху тоже ничего нету. Подожди, а ты в подвале был? В каком? Вон, там спуск вниз, вон. Добрый, я там не был. Я вроде был там ничего не было. Добрый, тут уже мыши пошли. Очень много мышей просто. Вообще, фигово туча. Так, сундук. Че в сундуке? Мыши-то. О! Ты посмотри, это яйцо. И мышей, смотри, сколько! Давай побыстрее забираем его. Ты можешь забрать? Ты взял. Да, ты взял. Беги, добрый. Побежал. Это Дракула, твоя Дракула. Кабан, это очень-очень классная серия. Мы уже двух нашли. Каких трех нашли? Ну, двух нашли и одного это. Ну, купили просто. Блин, он такой классный. У него какие-то еще трубы такие в голове, ребят. Смотрите, как будто он там жесткий. Не, он очень, он такой типа как рыцарь. Он такой как жирный просто, он просто жирный кабан. Особенно его хвост. Вау. Ну слушайте, ребята, это Дракула, если что. Это как бы, да, это Дракула. Он должен быть очень классным. А это, кстати, проблема. У нас рыбы-то реально нет. Что, я не знаю, что, есть удочка-то там, нитка. У меня нет удочки. Я, если честно, не хочу 50 рыбы ловить, но это очень долго. Так, а у торговца можно купить? У торговца нет. Там только пироженки у него. То есть рыбы у него нету. Ну, тем более сырой. Нету. Нет, тут нету реально. Тут нету реально. Чего нету так? Почему нету? С чего вдруг не должно быть? Я не понимаю. Какого фига? Ладно, может мы сейчас пойдем другого дракона искать и по пути, может найдем какие-нибудь сундуки с рыбой, может он там где-нибудь в каком-нибудь замке с рыбой. Если нам нужно для двух драконов по 50 рыбы, то это, ну, это очень долго. Ребят, это реально очень долго. Скорее всего, мы даже просто подождем, когда они вырастут, потому что там типа, ну, всего час. Ладно, там сходим.
покакать. Слушай, где может быть вообще еще один водяной дракон? Подводный храм. Мы обчистили, там ничего нету. Подводный храм — это, ребят, просто подводный храм. В обычную генерацию Майнкрафта, видимо, создатели не решили вставлять яйца, а только вот в их собственноручные. Где еще можно найти? Я, если честно, не знаю. Потому что облетать весь океан, вот смотреть под каждым островом, там, я не знаю, но это очень тоже долго. Получается, мы кого нашли? Все, нам реально последний дракон остался, про которого я все время забывал. Вот он, Шторм Фалкон, ну или Фалкон. Он такой, да, он похож на какого-то морского конька. Он такой даже какой-то зелененький, такой тепленький, светленький. Слушай, подожди. А ты же этот, ты же какой-то корабль пиратский вроде бы заброшенный там этот, обчищал. Да, я сейчас к этому и клоню, что, возможно, он где-нибудь вокруг этого острова воняет, этот дракон. Это нам он в ту сторону лететь, к дереву. А в самом-то корабле не было яйца? В самом корабле не было яйца, это был пиратский корабль, я там просто очень много ресурсов набрал. Вот там было кораблекрушение, ну погнали посмотрим. А, это вот, я даже вижу его. Да, я тоже его вижу. Да, все верно, это он. Блин, ну это навряд ли, мы бы заметили, скорее всего. Может, я максимально невнимательно как-то смотрел, но фиг его, конечно, знает. Тут, вот здесь, нет, даже ресурсов уже нету. Ну, это есть еще монеты, паутина. Ну да, тут ничего не видно. А никакой карты сокровищ там не было? Может, он в карте сокровищ там указан путь? А фиг его вообще знает, но карты сокровищ я тоже не находил. Может, где-нибудь вот здесь, какой-нибудь под люком будет секретный сундук с яйцом, с картой? Я без понятия. Может, я не все сундуки проверил. Пещера? Нет, я не был ни в какой пещере. А это что такое? Подожди, кто это? Что за чубрик с костью на голове? Это кто? Слушай, это походу это племенной народ на это, с этого острова. Мы им дерево сожгли. Это либо племя, либо, может, пираты? А подожди, они безобидные? Слушай, по-моему, да. Он просто на меня прыгает? Нет! Нет, они обидные! Обидные! Так, они, видимо, просто нас обнюхивали. А чё их много-то так много прибежало? Чего? Откуда вы прибежали, ребята? Они... Добрые, они на деревьях! Они... Алло, ребят! Они просто рождаются из воздуха! Чё это за племенной народ такой интересный? А чё их так много? Не-не-не, это какой-то бред, надо бежать отсюда, походу. Пойдём в пещеру! Давай, быстрее, тут ничего за нами! О, ещё один, сейчас я его убью! Иди сюда, маленький! Смотри... А, стоп! Господи, я даже не сразу заметил, да. Это сокровищница пиратов, походу, кабан. Ты посмотри, что тут. Это гнездо. Сейчас, подожди, я золото все заберу. А, господи, да. А, пираты здесь разбились, типа, и оставили тут свои сокровища. Все, теперь понятно. Все, доламываем, наковальню тоже забираем. О, чего? Чего? Это что за петух? Братан. Подожди, это дракон, походу. Они что, дракона тут выращивали, что ли? Слушай, походу. А как нам его вообще, этот, перевести домой-то? У нас ни этого, ни поводка нет, ничего. Не знаю, может, его хотя бы можно как-то вытолкать? О, ну хотя бы выталкивается. Подожди, а там лодка была? Давай в лодку его сейчас, и я повезу его тогда на остров. Блин, а как ты второго дракона? У тебя есть поводок? Поводок у тебя есть? Второго дракона моего за собой позвать. Блин, точно. Походу придется его кормить. А, походу он сейчас сдохнет. Да не, он не сдохнет. Так он уже начал рыбу ловить, мне кажется, нет? Он же, да, он же водяной. Не знаю, может, он сейчас покушает, нормально. Давай, короче, тогда сломаем ему, потому что я думаю, когда он повзрослеет, он может, ну, превратиться вот в большого и просто умрет тут, застрянет где-нибудь. Ну, предложение хорошее, давай. Или, а нет, хотя вот здесь, если его оттолкать, то, в принципе, нормально. Вот, давай его, короче, здесь оставим. И что делать тогда будем с ним? Что нам, час ждать? Не знаю, ему, в принципе, нормально, он сидит. А, на нас перестали нападать все эти чувачки. Потому что мы дракона, видимо, освободили. Нет, я его убил. Зачем ты на них напал, кабан? Они меня не трогали вообще нормально. Они сами на меня напали. Кабан, там их спавнится целая куча. Кабан, все, короче, полетели отсюда. Пока. Посмотрим, может, у нас тот дракон уже это... Скочевряжился. Ну, пойдем посмотрим. Блин, ну он такой классный, угольный. Надо было сразу тебя делать. Ты был бы звездой нашего летсплея. Просто такой милашка вообще, ребята. Да не, мне кажется, тут все драконы, в принципе, классные. Ну да, тут очень сложно любимчика найти, но в принципе, я думаю, я справился, я нашел. У него такие крылышки еще маленькие, еще смешной очень. А что, он, кстати, быстро летает-то? Ты знаешь, ну я ему по трубам бью, нормально, он разгоняется очень хорошо. Все, бум, на свой родной туалет прилетел. Так, чего тут у нас? Смотри, Дракула же вылупилась уже. Вау, ребята, да, это очень красиво, это мега красиво. Вот это реально жестко. Смотрите, какой он красивый. Вау, он прям... Слушай, он прям... Ребят, это жопа. Это прям один из самых классных. Огонь, быстрее огонь, покажи огонь. Так, кого бы сжечь? Вау!
Вау! Вау, ребята, это просто, ну это... Ну это сравним, кстати, он с этим, с обсидиановым, по красоте, мне кажется. Вот они и наравне. Да, ну они самые жесткие. Блин, знаете, смотрите, вау, очень красиво сделан. Вот обсидиановый, как он? У него просто он такой, такой обсидиановый огонь, но вы посмотрите, как красиво. Смотри, он еще классно как стоит, он такой, типа, сейчас нападу на тебя, типа, я Дракула. А, я петух, большой петух. Слушай, тут такой, он рапирог такой, тоже у него цепки. Давай мы сделаем с тобой удочки и начнем рыбачить, или час подождем? Не, давай лучше подождем, просто, ребят, мы сейчас просто подождем тогда, пока вырастут драконы, которые морские, потому что они там по часу растут все вроде, если не ошибаюсь, и просто к вам вернемся и покажем. Блин, ну ты все-таки очень классный, у тебя такие кольца, такие браслеты, такой огромный, реально большой дракон, такой мужественный. Кабан! Да, толстенький. Что? Вот это... Дракон вырос. Да, все, час прошел. Вау, у него полосы такие на крыльях красивые. Ну-ка, огонь, 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 быстрее. Ну, вот, не, кстати, тоже неплохой, неплохой, фиолетовый такой. На любителя, но, ребят, достойное, достойное соперничество другим драконам. Очень красиво. Чего? Твой фулбок спать лег. В смысле, нет, он просто стоит. В смысле, у меня он лег спать. Он поджал ноги и лежит. Да, он лежит прямо на животе. Вот встал, все, ты его разбудил. Подожди, если вырос этот дракон, то вырос и тот. Я сейчас прилечу. А, кстати, а, блин, а ты на Дракуле-то не хочешь с вами покататься? А, точно, на Дракуле можешь покататься. А я на своем. Иди сюда. Ой, так, где ты там, мой масенький, вкусненький? Вот он. Летим! Да, господи, летим! О, это что такое? Что, вырос? Слушай, да, он вырос, и он... Ну, слушай, он похож ровно на того, кто был на картинке. Вот прям вот, вот так вот ставишь, и вот прям один в один, вот что было на картинке, то вот он и есть. Ну, слушай, просто какой-то петух разноцветный. Но, может быть, значит, у него красивый огонь. Ну-ка, давай попробуем. Вау, друг! Ребята! Это самый, самый красивый, да, это самый лучший. Это самое лучшее, даже вообще, это, ну, даже не оспаривается, потому что у него есть еще эффект пузырьков. Вообще жесть. Он сам выглядит, конечно, не очень, но огонь, это просто, ну, нечто. Да, очень красиво, ребят, просто, ну, просто очень, очень классный. Слушай, как мы его унесем? Ты поводок опять взял? Да, поводок взял. Отлично, добрый, все, я полетел, заберешь его. Хорошо. Ладно, ребята, скорее всего, этот летсплей уже подходит к своему завершению, и мы решили под конец выстроить всех драконов, которых мы получили за все эти 8 серий, и показать вам, и может вспомнить какие-то вообще яркие моменты. Дракул, получается, у нас стоит первый, мы его получили в этой серии, он в том замке, было прикольно, то, что так работает система, что он там ночью появился. Кстати, ребята, внимательно посмотрите на всех драконов и напишите, пожалуйста, какой вам понравился больше всего, какой самый милый, какой самый красивый, какой самый яркий. Напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что нам самим интересно, у нас есть свои любимчики, и нам интересно посмотреть на ваше мнение. Да, это Угольковый, мы его нашли, тоже знаете, это Небесный, это в лаве утонул, мы его тоже доставали, там зелье пили, это Тигр, пчелы украли яйцо, мы доставали, это из воды, это очень был классный данж, мы его тоже прошли, очень глубокий, опасный, чтобы достать этого дракона, это, ну вот вы сейчас сами видели, пиратский, это... А! Это я его выкопал из красного песка в пустыне. Там баба просила выкопать. Я думаю, нам очень мега повезло, что мы нашли его. Он даже, смотрите, он самый необычный, он даже лежать на пузе. А, это тоже может. Тогда ладно. Это дракон Фурия. Очень мега красивый дракон. Где мы его получили? Слушай, я и не помню, если честно, уже. Я тоже уже реально подзабыл. Да, наверное, на каком-нибудь острове там. Это мы нашли на дереве. Он кушал яблочки, но мы решили не давать ему яблочки, и он сам вырос. Да, кстати, так все и было. Это мумия. Это самый первый, самый наш первый дракон, да, вот такой вот он похож на грустненького дракона, который в чем-то извиняется, обвинился где-то. Но если бы не он, мы бы не достали бы других драконов. Ему большое спасибо. Ну и вот это вот просто ледяной, самый такой, знаете, ну хотя нет, не самый выделяющийся, но тут каждый хорош, каждый в чем-то уникален, у каждого свои фишки и все очень красивы. Ладно, ребята, это был прекрасный летсплей. Суть была просто получить всех драконов. Это, наверное, единственный летсплей, где мы даже
же дом нормальный не построили. Кстати, да, дом так и не построили за 8 серий, ребята. Это вообще жесть. Как бы не построили дом, не убили дракона. Ну и, в принципе, если всем понравилось, то большое спасибо за просмотр. Да, ребяточки, ждите, пожалуйста, новый летсплей, еще более классный, еще более насыщенный. Если вам этот понравился, поставьте, пожалуйста, лайк, чтобы мы знали, что вам такое заходит. Ну и напишите комментарии про драконов, есть ли у вас какой-нибудь любимчик. Также подписывайтесь на канал Доброго, там тоже выходит летсплей про куриц, который мы уже снимали на этом канале, но забросили по неким причинам и т.д. и сюда. И продолжили его на канале Доброго. Много людей просило, и как бы на канале Доброго продолжение. Ладно, ребята, с вами был Кабан и Добрый. Всем пока. Всем добра. И большого, 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 большого уголька. Всем пока.